И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи с вами ваш Альберт Вескер. Это уже пятый стрим по Сайбири, который идет у нас подряд. И мы сегодня продолжаем. И я так чувствую, мы подходим к финалу истории, поскольку у Сакаля, на удивление, все его игры обычно не такие масштабные. Они локальные. И учитывая, что мы сейчас узнаем тайну, что стало с Леоном, и, скорее всего, что стало с Дан и Роуз, мы скоро узнаем и сам финал истории. Тем более, мы в прошлой серии, как вы помните, с вами познакомились с подругой Даной, Рыжей Юнтой. Кстати, надо бы... Было бы забавно, если бы... Вот это вот... Лидия, ну вот эта женщина из лагеря и Юнта встретились бы. Вот я посмотрел бы на их разговор бы старческий. Ну так или иначе, ребят, я надеюсь, вам нравится наше прохождение. Давайте вспомним вместе еще раз. Каждый раз вспоминаем покойного Бенуата Сакаля. Насладимся ранней в Сайберии и отправимся в долгий путь по путешествиям прекрасного мира. За Бенуата Сакаля. Is in charge of negotiations for the takeover of this factory. I am afraid that the sale of the Vorarlberg factory is not as straightforward as it first seemed. There is an heir, Miss Walker. Where can I reach him? Hans Vorarlberg is somewhere in Siberia. Allow me to introduce myself. I am model XC-2000. My common name is Oscar. You said you were a train engineer? What do you think you're doing, Kate? I wanted updates. I wanted results. Kate, please! Olivia, tell me what's going on. I'm well aware that this trip has taken me far from New York and far from the Kate you once knew. Are you leaving us, Kate Walker? And you know what surprises me the most? I don't miss it. Take me to Siberia, Kate Walker. I promise, Hans Vorarlberg. What news have you got? Kate Walker's gone, far away, into another world. It was really a beautiful voyage. Now, it is time to say goodbye. Oscar! I'm afraid she's too far gone. We're losing her. She ain't gonna be coming back. Three months ago, nomads found her dying in northern Siberia. Born in New York in the United States. Walker. Kate Walker. She is very quickly going to become a problem. Kate Walker will always represent a problem for us, and also for our cause. How did I end up here? We Yukos migrate with our snow ostriches to the sacred lands. Miss Walker, the Justice Department is looking for you, you know. I'm not going back to New York with you. Doop-doop! It's a long journey, a very special journey. По традиции, каждый раз мы всегда это запускаем, ребят, и надеюсь, вам нравится. Я, кстати, пробовал поискать ночью вот информацию о своем дополнении.
Но я его нигде не нашел. Скорее всего, оно появится у нас только когда мы закончим основную кампанию. Либо оно же находится где-то внутри игры, но я пока не знаю где. Ну, разберемся с этим вопросом. В любом случае, без дополнений я вас не оставлю. Оно мне, как говорится, подарено внутри этой игры. По предзаказу. Поэтому мы обязательно его найдем. Ну а пока что, продолжаем. Всем приятного просмотра. Кушайте печеньюшечки, пьем чаечек и наслаждаемся тайной длиною в 60 лет. Погнали. Итак, осень 5-го года. Осень 5-го года Кейт Уокер возвращается в лагерь Зильбельшпигель посреди ночи во время страшной грозы. Зачем предпринимать такую отчаянную и опасную вылазку? Дело в том, что тело Даны может оказаться среди погибших бойцов сопротивления, недавно найденных в горах. Слушай, тут так, кстати, красивые арты у всех вот сделаны. Я, кажется, думаю, что вот это можем переключаться между компаниями. Но не факт. Ну ладно, продолжим. Поищем тело. Что уж поделаешь. Погнали. Так. Итак, ребят. Кажется, он работает, несмотря на бурю. Ну, конечно, он будет работать, Кейт. Это же водяная мельница. Хотя вот, учитывая скорость потока, я думаю... Так, а тут что у нас? Топливо при такой температуре не замерзает. Но его все равно должны хранить в помещении. Ну уж ты извини, тут как бы старушка совсем заправляет. У нее мозгов маловато. Так. Так, а тут что у нас? Ты уверена, что хочешь отправиться смотреть тела в бурю, Кейт Уокер? Они будут здесь и завтра, знаешь ли. Возможно, Оскар, но времени нет. Почему нет? Я должна все выяснить. Время всегда есть. В данном случае у тебя, Кейт. Лени покинула наблюдательный пост. Не мудрено, учитывая метель. О, там кто-то стоит. Осмотреть общую комнату. Что это? О, это тела с перевала Дьявола. Криминалистам пришлось перевести их сюда из-за метели. Но генератор отключился. Это может навредить телам. Где демуазель Лени? Она в своей комнате отдыхает. Она потеряла сознание, как только криминалисты уехали в лагерь. Боже, что случилось? Не сомневаюсь, что дело в телах. То есть, она смотрела в ту сторону. Постоянно. А затем, когда тела перевезли с перевала Дьявола, она словно бы... Словно призрака увидела или нечто в этом роде. Будто бы... Будто знала покойника. Леона что? Увидела. А за ней присматривают. О, да. Не волнуйтесь. С ней тот отшельник, который приносит ей дрова, еду. Ладно, тогда возвращайтесь внутрь. Я разберусь с генератором. Уверены? Полностью. Идите, идите. Все равно нужно проверить шатер. Так, что у нас под... Осмотреть общую комнату. Мы, конечно, займемся генератором. Давайте все-таки сначала осмотрим общую комнату. Убедимся, что с ней все реально хорошо. Потому что... Реально, просто мало ли что.
Лени-то она как бы, ну, хоть старуха, ворчливая, но все же. Наверное, они отнесли Лени в ее комнату после обморока. Так. Наверное, они отнесли Лени в ее комнату после обморока. О. А это механический ключ Паральберга. Кажется, я смогу изменить его форму. Так. Это все формы изменения? Кажется, я смогу изменить его форму. Ладно, заберем так, пока он есть в таком формате. Так. Скорее всего, он заводится для разных форматов. Фотография Леона на корабле. Судя по всему, она была сделана, когда он возвращался из Балтаяра. Но я до сих пор не могу понять, как он, находясь в бегах, пережил зиму. Ну, у Лени тоже была газетная вырезка о Леоне. Похоже, пожилая леди построила в его честь настоящий алтарь. Багира, привет, спасибо, что подключился. Понятно дело, что он сделал у него в честь алтарь. Что ты хотел? Демуазель Лени с кем-то пила чай. Наверное, с тем альпинистом. Скорее всего. Еще одна сигара. Что-то очень странное происходит с Демуазель Лени. Мне правда нужно с ней поговорить. Но сначала тела. Именно они сейчас важны. Мы выполнили задание, это любопытно. Да, мы осмотрели общую комнату. Смотри, Оскар, твой родственник. А, о чем ты говоришь, Кейт Уокер? И к чему этот смех? Ну, там дятел, ты еж. А область Фаральберг Мануфактуринг. О. Мелковат для двери. Может и мелковат, но может быть полезен для чего-нибудь. Ладно, давайте сначала разберемся все-таки с телами. Потому что пока мы будем там искать Лени, она, скорее всего, погибнет. Ой, тела погибнут, извиняюсь. С Лени все нормально будет. О, а можно посмотреть в бурю? Так. Никак не сдвинуть. Должен быть способ как-то разблокировать его через механизм. Да, монетку использовать. Как же еще? Все в деньги уходит. Как дела? Дела неплохо. Вот сейчас проходим уже 5-й стрим по Сайберии. Так сказать, такое выходное турне у нас. Наслаждаемся путешествием. Давайте посмотрим, как все выглядит в бурю. Все заметено. Но зато посмотрим на все места. Так, это должен быть Зильбершпиге. Он же в форме сердца. В такую погоду хороший снимок не... Не сделаешь, ясно. Так, а здесь у нас что? Может, получится тут? Хотя бы увидеть хоть что-то. О, пик дьявола отлично смотрится. В такую погоду хороший снимок не сделать. Да ладно, давай уже, Кейт. Хороший снимок. Тем более у тебя есть в хорошую погоду снимок. Пусть будет еще и в метелю. Значит, здесь во время войны и сошла лавина, похоронившая под снегом Леона. Это произошло во время той операции, о которой говорила Йонта. Той, которую должна была курировать дама. Я обязан все выяснить. В такую погоду хороший снимок не... Кстати, вы знаете, ребят, что пока вот мы в метели, у меня вибрирует джойстик постоянно. То есть каждое местечко вот постоянно вибрирует, постоянно. Здесь обнаружили тела. Ладно, пойдемте. Так, займемся генератором, а то у меня руки вибрируют, вибрируют и вибрируют. Любой вибратор позавидует. Так, давайте осмотрим.
Для начала разберемся, что с выключателем. Может быть, он просто выключился. Ничего. Конечно. Ответь мне, Оскар! Бензобак пуст. Надо найти топливо, чтобы запустить генератор. Разве до этого ты не находила канистру? Стоит сходить проверить. Да! О. Спасибо, Оскар! Подсказка без подсказки. Спасибо, Оскар. Вот обожаю его. Он научился шутить за столько-то лет. Реально, он научился шутить. Видимо, пока был в форме сердечка, пока... Так. Тут есть топливо? А тут нет. Пусто. Не Ладно, годится. Берем тогда это. Берем, Кейт. Нас уже 3 человека лайк поставили и 4 на канале. Спасибо, ребят. Идемте. Сейчас наполним топливо, запустим систему. Ой. За нами наблюдают. И это, скорее всего, Линни. Мне знаете, что кажется, ребят? Что именно... Лени убила Леона, устроив обвал. Почему она и не любит вспоминать это все дело? И хочет скрыть эту тайну, мне кажется. Же. Ну-ка. Бак заправлен. Теперь осталось запустить генератор. Хорошо. Погнали. Ну-ка. Что-то пошло не так. Что-то пошло не так. Подождите, а почему генератор не запустился? Я же его заправил. Понимаете, что здесь нужно еще... Ага, ну конечно же. Наверное, я что-то упустил. Нам нужно использовать ключ Паральберга. Попробую по-другому. Так, нам нужно его видоизменить. Так, это убрать. Это убрать. Так, и использовать. Подождите, а может быть не его? Вот это, значит, вот... Не работает. Не так. Подождите, но здесь же нужен ключ использовать. Наверное, я что-то упустила. Или надо сначала выключить генератор, а только потом? Давайте выключим на всякий случай. Нет, просто мало ли, может, током бьет. Кто знает. Слушайте, так вибрирует постоянно. Вот вибрирует, вибрирует и вибрирует. Нет. Мне очень жаль, но с этим я не могу помочь. Нет, мне так не кажется. Я делаю это не так. Не так. Так, ладно, давайте посмотрим на ключи, что у нас есть. Мелковат для двери. Но это замковая скважина, ясно. Значит, он не сюда. Если вот эта форма ключа нам не подходит, значит, надо поменять. Так. Давай. Хотя я удивлен, что у Ганс сделал... Нет, мне так не кажется. Нет, тоже не подходит. То есть нужен специфический ключ какой-то. А где я его найду? Я не видел больше никаких ключей здесь. Давайте, может быть, он у Лени остался. Это же ее генератор, как бы. Наверняка должен быть где-то ключ. Давай, Кейт.
Бежим в общее помещение и зайдем к линии. Где-то же должен же быть он. Так. Ключ. Нам нужен ключ. Давайте поговорим. Чёртова буря. Иди говори. Если Кейт откажется идти наверх, значит, все должно быть у нас здесь. Нет времени снова осматривать лагерь. Нужно найти замороженные тела. Найти ты найдешь. Но пока мы ключ не используем, нормально. Мы не сможем им воспользоваться. И тут ничего нет. То есть, получается, все у нас на руках. Хорошо. Вопрос, как это использовать? Потому что ключа... Ключ не подходит. Тут... А, это просто бумажка, ясно. Она даже не берется. Я думал, просто может поднять. Что-то специфическое. Но нет. Так. Кейт, бегом. Как же тебя запустить-то? Топливо налили. Только завода нет, да? И как мне тебе завод сделать? Вот скажи мне, товарищ. 4 лайка уже. Спасибо, что включились. Лунтик, привет. Привет, привет, привет. Как запустить гребаный мотор? Наверное, я что-то упустил. Оскар. Надеюсь, ключ подойдет к отсеку хранения. Придется проверить, Кейт Уокер. Отсек хранения? Что за отсек хранения? О каком еще отсеке хранения идет речь? А! Ну, конечно, я тут должен был догадаться, что он... Ну, ладно. Где-то подсказка пригодилась. Заперто, конечно. Все, теперь мы знаем, где находится этот ваш отсек. Так. О, галеты. Сухое печенье. Давно ли оно тут лежит? У меня две печенюшки сухие есть. Так сказать... Ой, как вибрирует-то. Реально, он вибрирует очень сильно. У меня вот пара галетиков есть. Галеты. Сухое печенье. Давно ли оно тут лежит? Да давно-давно. Без галеты никуда. Использовать, получается, ключ. Во. Давай, 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 заводи. Ничего. Я явно что-то забыл. Ты забыл его включить. Ты его завела? А, включить не включила. Так. Так. Сейчас еще раз надо, видимо, закрутить, значит. Генератор старой модели, бензиновый все-таки. О, поехал! Спасатели уехали сразу после того, как перевезли сюда тела. Видимо, их застало врасплох буря. Ну, понятное дело, что застало врасплох. Институт криминалистики Вагин. А вот тела. В этом мешке нет тела Даны. А с чего ты решила? Может быть, она была пышечкой? Давайте... Кстати, забавно... А, есть, можно почитать. Белый мужчина,
каштановые волосы, около 50 лет. Есть все основания полагать, что это тело Гарольда Экснера. Экснер должен был быть эвакуирован Леоном Кабатисом, останки которого предположительно также находятся среди замороженных тел в ходе операции сопротивления. Вероятно, их группа была погребена под лавиной в середине 40-х годов. То есть мы будем вытаскивать Экснера, значит. Ну, нам спойлернули историю. Спасибо. А чё нет-то? Пусть спойлерят. Леон. Будто он умер только вчера. Я слышала, что люди могут прекрасно сохраниться во льдах даже спустя десятилетия после схода лавины. Трудно поверить, что он умер более 60 лет назад. Это удивительно. И в то же время жутко. Согласен. Та еще жуть. Так. Сильные повреждения. Заметьте, кстати, вот видите, у них изображены. Я сейчас покажу, включу вебку. Если вы заметите, у них сильно повреждены изображение человека, видите? Повреждена, значит, левая рука, нога левая, в районе позвоночника, но самый критичный был удар, видимо, по голове, потому что он наиболее специфически выделен. То есть здесь, скорее всего, Леон погиб от сотрясения мозга с дальнейшим кровоизлиянием. Ну, в принципе, естественная смерть при таких вот ситуациях. Давайте смотреть. Белый мужчина около 30 лет, светлые волосы. Тело находится в исключительной сохранности после многих десятилетий пребывания во льду. Вероятно, он погиб в лавине в середине 40-х годов. Все указывает на то, что это тело альпиниста и бойца сопротивления Леона Кабатиса, объявленного пропавшим без вести после секретной операции по эксфильтрации. Его личность должна быть подтверждена дальнейшим анализом и визуальной идентификацией, которая будет проведена в ближайшее время. Да уж, ну покойся с миром, что могу сказать. Осталось последнее. Женщина со светлыми волосами 40 лет. Это точно не Дана. Ну, не, Кейт, ну-ка. Она могла волосы покрасить, извините-ка. Пока не надо. Пока ничего не говорим, да, заранее. Белая женщина, светлые волосы, голубые глаза, 40-50 лет. Из-за отсутствия отличительных признаков ее личность невозможно установить с уверенностью. Однако, учитывая предполагаемую личность двух других тел, найденных во льду, есть все основания полагать, что эта женщина участвовала в операции сопротивления в середине 40-х годов, но попала под лавину вместе с остальными. То есть только три участника группы? Оскар! Среди найденных останков нет тела Данны. О, слава богу. Теперь, когда все прояснилось, Кейт Уокер, возможно, мы должны укрыться в более надежном помещении. Согласен. Ты прав. Надо пойти в лагерь и проведать дамуазель Лини. У меня появилось к ней много новых вопросов. Учитывая, что она тоже была частью сопротивления, могу с уверенностью сказать одну вещь. Здесь был женский треугольник, и Лени прибила всех. Поэтому она не хочет это все дело вспоминать. Леня отдыхает наверху. Спасибо. Так, а лестницу тут уже спустить не можем. И заглянуть в другие места тоже. Ну ладно. Зато как красиво О, ты! А, извините, сэр. Вот его мы и видели вначале. Что хочешь следовать за этим индивидом, Кейт Уокер? Кажется, он не представляет угрозы, Оскар. Скорее, наоборот. Ребята, я, кажется, знаю, кто это. Вот говорю вам. Вот я сейчас вам скажу, но вы мне не поверите. Но это именно то существо, которое спас Леон в горах Северного Китая. Вот говорю, ну визуальная походка такая же. Ну-ка. Гутен так. Сэр? Вы там? М?
Он здесь. Я его чую. Он прячется. Но он здесь. Кейт, повнимательнее. Что у нас по заданию? Мы ничего не сломали? Нет, мы делаем все по правилу. Что это тут у нас? Взглянуть. Воспоминания о войне. Портрет похож на Леона. Угу. Вот он. Напоминает мне о другом его портрете, о котором он говорил в письме из Балтаяра. Сзади, Кейт. Написано... Видите? Ух ты. Да, она. Да ладно. Гороном? Нет, не Данна. Она стара, как и я. Это правильно, но ты можешь говорить. Я Кейт. Кейт Уокер. Кейт Уокер? Да. А вы... Вы тот, кого Леон давным-давно спас во время экспедиции Исток, верно? Верно. Да. Горон из Балтаяра. Что ж, вы прошли долгий путь, мистер. Людвиг. Людвиг Хартак. Хартак? Какое красивое имя, Людвиг. Что ж, мистер Людвиг, простите, что спрашиваю. Что случилось, когда вы с Леоном вернулись в Остерталь и вступили в сопротивление? Как вы встретили Данну? Все, ребят, это... Леон, мой брат. Эти рисунки, сцены из вашей жизни, так ведь? Спасение Леоном. Похоже на реку. А маленькая фигурка вроде ранена. Вы тогда встретили Леона и ученого из экспедиции Исток? Да. Тот человек, что стоит среди других, было на других рисунках. Это Леон, так ведь? Да. Леон. А житель Балтаяра? Те люди. Ваше племя, мистер Людвиг? Да. Да. Так вы жили все вместе в пещере в Балтаяре? Да. Так вы и ваше племя взяли Леона к себе после смерти Рейнхарда Бергера в 37-м. Так он и смог пережить ту зиму в горах. Ну, правильно. Это логично. Потом вы вместе с Леоном уехали, когда он решил вернуться в Ваген и вступить в сопротивление. Угу. Освобождение Вагена. Боевые сцены. Они об освобождении Вагена? До него. О сопротивлении. О! А Дана?
А Дана к тому времени уже вступила в сопротивление? То есть, если судить по рисунку? Нет. Позже. Угу. Блондинка с вами и Леоном, это ведь не Лени? Да. Лени. Моя сестра. Понятно. Я знала, что Лени боец сопротивления, но она не рассказывала, что воевала вместе с Леоном. Да и с вами. А зачем ей говорить? Это же ее вина, что все погибли, скорее всего. Она даже утверждала, что никогда не видела Леона с 1937-го. После лета в лагере с Данной. Зачем ей скрывать нечто столь важное? Можешь болезненно вспоминать, она же была влюблена в Леона. Пора проведать Лени. Идем, Кейт Уокер. Да, почему бы нет? Спасибо за приглашение, давайте. Курящая обезьяна. Ну, не обезьяна, а неандерталец. Курящий, это что-то необычное. Вот до чего общество доводит людей. Всех форм, рас, размеров и антропологических. Это альбом для рисования. Я думаю, он Леона. Давайте посмотрим, кстати. Это мы видели. Вот это вы все видели. Балтаяр. Жизнь среди горнов. Зима, 38-й год. Это, кстати, если что, ребят, наброски Бенуата Сакаля. Тайное возвращение в Ваген, 39-й год. Он в 39-м году вернулся. Так. Слушайте, вот это просто вот наброски Бенуа, но... Они настолько прекрасные, вот, да, их немножко заморали специально, чтобы выглядело соответствующе, но все равно очень красиво сделано. Очень красиво. Последняя ночь мне снится самый прекрасный сон. Это, видимо, где он и Дан на Балтаяре. Портрет Леона, написанный Горуном. И это последняя запись. Так, это что у нас? Детонирующий шнур, прямо как в старых фильмах. Надо забрать. Так. О, подождите, вот тут еще что-то есть. Читать. Суперпартизана не существует. Ну не знаю, я его только сейчас увидел. Вот наш реальный враг. Слушайте, а он прямо... Хороший такой для портрета. Оружие. Наверняка осталось со времен войны. Очень много оружия. Слишком много. Я, конечно, понимаю, что все они... Военные в то время могли сохранить себе винтовку трофейную. Была такая возможность. Своеобразная карта. Напоминает перевал дьявола. А вдруг... Вдруг на ней Горун отметил места, где искал тело Леона... Ну, скорее всего, он так и делал. Он же может ходить по таким местам. Этот знак выглядит как предупреждение. Ну, понятное дело. Получено достижение суперсопротивленец. То есть прочитали все портреты. А что нет-то? Вы видели этого диверсанта? 100 марок. Живым или мертвым, объявлено вознаграждение за сведения, которые помогут поймать Людвига Хартдака, более известного как «Убийца с гор». Разыскивается за убийство живым или мертвым. Он состоит в худшей банде разбойников в истории Вагена. Слушайте, похож. Прям фоторобот, наверное, делали. Похоже, что это планы секретных операций. Здесь был какой-то штаб. Штаб местного сопротивления, вроде Леона и его группы. Скорее всего, так это... много всего случилось с Гороном с тех пор, как Леон нашел его в Балтаяре. Что у него была за жизнь? Ну... Но все еще много непонятного. Мне нужно больше выведать о домуазель Лени. Сейчас выдумаем. Сейчас будем пытать. Заперто.
Сейчас все будем выпытывать. А, Фройлин, я знала, что вы еще вернетесь. Судя по всему, вы уже знакомы с Людвигом. Ну да, по историям и по общему впечатлению. И у меня теперь столько вопросов о вас. О том, что вы мне уже рассказали, и о том, что не рассказали. Конечно. Ну давай, Лени, выкладывай. От прошлого можно бежать, но убежать нельзя. Впрочем, вы это знаете. Ведь так, Фроли? Да, есть такое. Кантин за нами до сих пор преследует. Что вы пытаетесь утаить? Я хочу понять, демуазель Лени. Я хочу знать, почему вы не рассказали мне о смерти Леона. О том, что сражались вместе с ним. И о мистере Людвиге. Это сэкономило бы нам столько времени и сил. Потому что это вызвало бы вопросы. Вопросы о событиях, которые я никогда не обсуждала. Ни с кем. Даже с тобой, Людвиг. Ленни. И все же, полагаю, теперь это не важно. Возможно, пора признаться в преступлении. Я же говорил, это именно она. О чем вы говорите? Лучшее время в моей жизни. Я вступила в сопротивление, не то что мой трусливый отец. Сражалась бок о бок с Леоном, после того, как он чудом вернулся с Балтаяра с Людвигом. Это дало мне цель. Вот это да. Но, если честно, я не думал, что мы встретим Людвига. Вот это для меня тоже был шок. Нет, я знал, что ну, Леон, мы видели его с Леоном-то, когда играли за Леона. Но чтобы... Ой, да уж. Но все же, получается, вопрос, Дана жива. Значит, где-то она должна же быть. Значит, получается... Я думал, это мы уже близимся к финалу, но, скорее всего, мы еще до финала далеко. Как долго грузится? Лето 44-го года, Зильбельшпигель. Сейчас, скорее всего, мы будем играть за Лени, потому что, ну, понятное дело, что это ее воспоминания будут. Ну, вообще, реально, вот, народ, вы понимаете, что сейчас с нами сидит Горун, который цивилизовался и который деградировал до уровня курильщика одновременно. Это как-то такое может быть. Леон был прекрасным лидером. Я чувствовала, что он наконец-то начинает воспринимать меня всерьез, особенно в отсутствии Даны. Я знала, он все еще влюблен. В конце концов, разве он не вернулся с другого конца света ради нее? Вот именно. Но мы считали, что он опоздал. И Дана вместе с родителями погибла во время погромов. А тут она спускается с небес, как ангел. А потому я верила, что скорбь его рано или поздно пройдет. Да, только тут ангел с неба спустился. И именно тогда с неба свалилась Дана. Буквально. Ну, так оно происходит всегда. Дану прислали из Лондона. Наблюдать за операцией сети сопротивления. Эвакуировать гражданского в Швейцарию, если верно помню. Так и есть. Но Леон не упоминал, что в этом участвует и Дана. Может, и сам боялся поверить.
приземлилась-то приземлилась. А где вот она? Дана, не лучший способ встречать бывшего пистолетом. Тем более, когда он вернулся за тобою. Guten Tag, my Fräulein. Ой, обожаю такие моменты. Ну так, ребят, давайте не здесь. Дождитесь хотя бы комнатки. Хотя 6 лет не виделись, ладно, можно. Лени, только ничего не записывай. Я и так записываю за вас все. Делаю принтскринчики. Абдул, привет, Сижа подключился. Видели бы вы их, Фройлейн. Они словно ни на миг не расставались. Это точно, я с Леди согласен. А вы не знаете, Дана не упоминала о ребенке? Спасибо, Абдул. Может, они собирались завести ребенка в Балтаяре, кто знает. Собирались бы, если бы могли. В Балтаяре? Да. Только об этом они и говорили. О том, как будут жить там после войны. Вместе с племенем Людвига. Ой, это так мило, реально. Спасибо за подписку, кстати, Абдул. Кстати, ребят... Очередная несбыточная мечта. Ну почему несбыточная? Встретились же. Так, куда делся? Наверное, пошел Дорфнер рубить. Так, отлично. Я должна связаться с Лондоном. Радиостанция внизу. Так, ребят, хочу еще напомнить, что если у вас в Ютубе настройка конфиденциальности включена такая возможность, чтобы автор мог увидеть вас, что вы подписались, то у нас вы сможете высветиться на канале во время стрима. Но это так сообщаю на всякий случай, а то мало ли кто знает. Ну-ка, давайте вспомним прошлое. Один из рисунков Леона. Он запечатлел меня на террасе тем летом, когда мы познакомились. Он подарил мне этот рисунок перед экспедицией в Балтаяр. Думала, коричневые тени уничтожили его, когда громили папину галерею. Кстати, ребят, если что, мы получили достижение. Художественная критика. Спасибо, Абдул. Спасибо. Молодцы, ребят. Спасибо всем, кто подписывается и кто ставит лайки. Так. Альбом Леона. И всем, кто просто смотрит. Ну, В этих рисунках я узнаю горы Вагина. Должно быть, Леон нарисовал их во время своих экспедиций. Эти рисунки сделаны тем летом, когда мы познакомились. Не похоже, что эти ландшафты из района Вагина. Понятное дело, это Балтаяр. Должно быть, Леон сделал эти рисунки, когда он был в Балтаяре. Это рисунки Горунов. Формально эти рисунки делал Бенуа Сокаль. Но все равно очень красиво. Я уважаю Вер Сокаля. Густав поселил меня тут, когда я работала у него. Как много приятных мгновений провели мы здесь с Леоном. Это точно. Уезжая в Лондон с Юнтой, я и подумать не могла, что снова окажусь здесь. Да еще с Леоном. Так, пойдемте. Достиженница мы получили, художественная критика. Так, тут у нас... Он немножко проседает, ну ладно. Убежище Горуна. Убежище? Я бы назвал скорее это домиком. Так, у меня немножко просел FPS, ну ладно, это нормально. Это скорее всего просто из-за яркого света.
О, Лени. Давайте к ней заглянем. Комната Лени. Не стоит сюда заходить. Ну, правильно. Это еще кусаться будет. Тут закрыто. О, можем наверх подняться. Так, а что у нас есть? По заданиям. Настроить приемник. Он наверху будет. Поговорить с союзниками, прежде чем включить приемник. Вот это давайте сделаем. Вероятно, в общежитии живут люди Леона. Настолько живут, что все забито, да? Так, подождите, а вот это что у нас? Только сейчас заметил. Так, записочка. Записка. Несмотря на то, что коричневые тени ужесточили комендантский час, мы смогли выбраться из Вагена. Труднее всего было сообщить родителям Франца, что их сын погиб во время последней операции. Его отец был вне себя, когда узнал, что тело сына не вернуть. Мы объяснили ему, что Хардак хоронит всех погибших в вечных снегах. В этаких ледяных могилах. Так они становятся единым целым с горой и будут покоиться рядом с павшими братьями по оружию. А мы можем не опасаться, что коричневые тени осквернят их могилы. Франц осознавал, что может погибнуть, но это не могло помочь его родителям принять его кончину. Мы попытались успокоить отца, и в конце концов он смирился и попросил хотя бы забрать вещи Франца. Не вижу никаких причин для отказа ему в этой просьбе. Такое со мной происходит впервые. Что думаешь ты по этому поводу? Что об этом сказал бы Леон? Угу. Куча личных вещей. Это не к добру. Ну, понятное дело. Сдают все-таки. Возвращают обратно. Ой, война. Война никому не нужна. Никогда. Вот знаете, ребят, я прохожу эту игру, я просто вспоминаю детство. Если оно мне вообще было. О. И не обратив внимания на оружие, ну да. Все. Что, реально не обращаешь внимания? Ну вот это да. Я уж обратил бы внимание. Судя по всему, сеть Леона хорошо организована. Жаль, что тоже нельзя сказать о всех сетях сопротивления, с которыми мы работаем. Ну так Леон, это же Леон. Хартвик? Людвиг? Можно? Такой добрый. Вот голос не поменялся, я заметил. Грубый. Хотя вроде бы еще должен быть таким молодым подростком, я бы сказал бы. Ну, судя по возрастной группе. Настоящие братья и сестра по оружию. Чувствуется, что они стоят друг за друга горой. Лени и Горун, похоже, близки. Хорошо, что она нашла друга. Не то чтобы Гер Густав уделял ей недостаточно внимания, но в лагере Лени было слишком одиноко. Ну это да. А что стало с Гером Густавом? Горун назвал Леона своим братом. Должно быть, они вместе многое пережили после того, как Леон спас его от Гера Бергера. Какие красивые. Для вас, Дана Роуз. О, спасибо. Спасибо. Спасибо вам огромное, Людвиг. Вы словно были с нами той ночью. Леон говорил мне. Да ладно. Говорил обо мне? В подробностях? Постоянно. Мне пора. Поговорим позже, Людвиг. Да, надо выяснить, что это он говорил там в подробностях. Ох, на этом рисунке мы с Леоном. Горун, должно быть, нарисовал его по рассказам Леона. Учитывая, как детализировано, я даже думаю, очень хорошо нарисовал. И очень качественно рассказывал. Не иначе. Читать. Если эта пропаганда против бойцов сопротивления о чем-то говорит, то только о том, что коричневые тени в отчаянии. Ну, понятное дело, что в отчаянии. Террористическая белая армия совершила еще одну диверсию. Забавно. У нас воевали с белой армией, там воюют с белой армией. Что-то слишком много совпадений. Похоже, Горн стал кошмаром для коричневых теней.
Наверняка он и есть супербоец, о котором я столько слышала. Ну, понятное дело, он же Горн, он не человек. Он высшее существо. Гарольд Экснер. По данным министерства, он ученый, обладающий крайне важной информацией. Недавно он был раскрыт. Что и стало причиной этой операции. Во время инструктажа лучше помалкивать. У Экснера репутация весьма вспыльчивого человека. Так. Лагерь. Место, где между мной и Леоном все началось. Где и все, скорее всего, закончится. Карта Альп. Швейцария. Там посылка будет в безопасности. Забавно называть человека посылкой, да ладно. Чтобы добраться до Швейцарии, нужно вместе с посылкой пересечь перевал Дьявола. Говорят, он не очень опасен, но идти по нему нужно с профессиональным альпинистом. Лагерь. Он станет отправной точкой с завтрашнего перехода в Швейцарию. Кстати, если вы заметили, то вот здесь... я только сейчас это заметил, я не знаю, заметили ли вы или нет, но вот... Здесь появляются пункты, которые были открыты, которые не были открыты. То я только сейчас заметил это. Пятый стрим веду уже, только сейчас это заметил. О. Тайник с оружием. После отъезда Гера Густава бойцы сопротивления использовали это место как базу. То есть он уехал. Ну, понятное дело. Как говорила Лени, он же был трусом. Союзники не могут снабжать сопротивление так, чтобы те полностью отказались от своих привычных методов. Хм. Сомневаюсь, что коричневые тени обрадуются, если в них полетят их же гранаты. Ну, понятное дело. Лучше брать оружие врага и убивать врага его же оружием. Это сэкономит очень много средств и ресурсов. Правда, вытаскивать это все дело муторное и долговатое. Ну, ничего не поделаешь. О, а тут что у нас? Так, это подождите, это радиостанция. Ой, извиняюсь. О, включился антивирус. Не гадайте, секундочку, я его выключу. Вот. Все. Ну, просто когда выключается, высвечивается у меня табло специальное, и игра притормаживается из-за этого. Давай, Дана, протиснись! Почему Гер Густав покинул лагерь? Коричневые тени заставили? Надо спросить. Так, ну раз радиостанция тут, значит наверху никого нет. Мы сейчас выйдем еще на улицу, поговорим там с кем-нибудь. Посмотрим. Так. Молодец. Сторожишь. Сторожишь. Надвигается буря. Проклятие. Надеюсь, мы успеем пересечь перевал Дьявола до нее. Я бы в нее пошел бы, это было бы куда безопаснее. А вы наша посылочка. Вы в порядке, Гер Экснер? Вы, похоже, расстроены. Если дело касается вашей эвакуации, завтра могу заверить, волноваться не о чем. Леон лучшего... Мне плевать на то, что будет завтра. В чем же дело? Моя жена Андреа. Я уже говорил вашим громилам. Без нее я не уйду. Ваша жена? Мне жаль, Гер Экснер, у нас нет приказов касательно... Плевать мне на ваши приказы! Я никуда не пойду без нее. О, молодец. Поняли? Никуда. Уважаю. Вот за это готов уважать его. Да, он важный, думаете, но... Думаете, я негодяй, да? Эгоистичный негодяй, готовый поставить на кон чужие жизни ради жены? Вы все так думаете, да? Нет, я не думаю. Я уважаю этот выбор. Поддерживаю. Боюсь, я не так хорошо вас знаю для таких суждений. К тому же, я здесь выполняю задание, и это все. Нейтральную позицию возьму. Принимаю полную ответственность за свои действия и не жду сочувствия. Но разве я не могу рассчитывать на понимание? Как бы вы поступили на моем месте?
Я его понимаю, ребят. А вы что думаете? Как бы вы поступили, если бы вас попросили бросить вашего ненаглядного альпиниста ради общего блага? А? Именно этого же вы ждете от меня, бросить Андреа. Я бы поступил вот так же. Что ж, честно говоря, будь я на вашем месте, полагаю, я бы сделала все, чтобы защитить своих близких. Вот как. Спасибо, фройляйн. Ну, я реально его понимаю, ребят. Я думаю, все мои подписчики сделали бы то же самое. Ленни! Что такое? Приятно тебя видеть. Ты уже такая взрослая. Как ты жила с тех пор? Вроде ничего. Холодная такая. Вот прямо холодная, как лед. Неудивительно. Мне сообщили, что лагерь закрыли коричневые тени несколько лет назад. Похоже, твоя сеть сделала все, что можно. Но... как Гер Густав? Он... мертв? Нет, он не мертв. Хотя, для меня, возможно. Хороший был человек Гер Густав, если честно говоря. Трус, но все-таки... Так удивительно думать о том, как вы с Леоном сражаетесь бок о бок с кем-то из совсем иного мира. Да. После того, как Леон спас его во время экспедиции в Балтаяр, племя Людвига приняло его к себе на зиму. Они стали неразлучны, словно братья. Настолько, что Людвиг настоял на возвращении вместе с Леоном. Теперь он один из лучших наших бойцов. Кошмар коричневых теней. Из Балтаяра. Коричневые тени сами хотели найти их, вот и дошли себе на голову. Да уж. Ну, похоже, все в порядке. Более или менее. Теперь я должна вернуться к рации. Подожди... Нет, я как бы поговорил со всеми, но подождите, надо с Леоном поговорим поговорить. Поговорим позже. А, я с ним не могу вообще говорить. Подождите, подождите, а вот ты кто у нас такой? Ребята, вы, конечно, меня сейчас, наверное, будете бить по голове, но вот видите того человека, который стоит рядом с Леоном? Мне кажется, это один из его людей с истока. Видимо, встретились все-таки. Если это так... Кстати, если рация внизу... Рад наконец-то встретиться, Дан Роуз. И я тоже рад, Людвиг. Но поймите, если рация внизу, значит наверху тоже что-то есть. Давайте наверх поднимемся, посмотрим, что там. Мы как бы поговорили со всеми союзниками, но может нам настроить рацию нужно будет опять же. Чего тут только нет. Припасы, боеприпасы. Тайник юнты. Вряд ли там есть то, что поможет усилить радиосигнал. Вот. Надо заниматься усилением радиосигнала, значит. Вот сейчас все возьмем. Старый приемник Гера Густава. Когда я здесь работала, мы вечерами слушали на нем радиопередачи. Гер Густав сказал, что этот передатчик он собрал, чтобы компенсировать помехи от гор. Я смогу использовать его со своей рацией, чтобы связаться с Лондоном. Возьмем. Как только подключу антенну, смогу ее открыть. Подожди, стоп. Так. Английский пистолет. Но я не могу переключаться между... А почему?
Кстати, вообще странно, что у тебя вот этот передатчик от помех Фаральберга, он механический. Как он будет влиять, Юнг, я не знаю. Юнг так и не вернулась, чтобы забрать его. Неудивительно, пожалуй, если учесть, что началась мировая война. Вторая мировая, прошу поправочку. О, что это у нас? Все, что осталось от прежней жизни этого места, да? Мило. Так. Коллажи, арты, это ни о чем, да? Ну и бардак. Похоже, Гергустов превратил проявочную Юнты в кладовку. Ну а что еще остается? Проявочная больше не нужна, Юнта ушла. А это, извини за выражение, все-таки... как чердак. На той кладовка и называется. Хотя мансарда из нее вышла хорошая в свое время. Так. Игра очень великолепна, ребят. Вот знаете, я придираюсь в мелочах. Всегда здесь. Но в целом игра складная. То есть сюжет имеет огрехи, но в целом он рабочий. И состыкуются с остальным лором. Но очень... Но есть вот такие мелкие огрехи, к которым я прям придираюсь. Давайте сначала посмотрим, что здесь у нас. Пусто. Пусто. Ну да. Так, что здесь? Тоже откроем, давайте. О, вот это мне интересно. Так, давайте смотреть для начала, почитаем, прежде чем рыться в оборудовании. Итак, читаем. Радиозаписка. Совершенно секретно. Пожалуйста, выполните следующие действия, чтобы поговорить со своим офицером связи. Для получения безопасной частоты вам потребуется... Так, где моя записная книжка? Я это лучше записать. Это механическая память, хорошо работает. Вам потребуется расшифровать указанный ниже код. Смотрите ниже. 2.1.1.1.12.121.21. Слушай, это мой IP-адрес. Второе. Установите полученную безопасную частоту на приемнике своего устройства. Третье. После этого через приемник вы получите от офицера связи новую частоту передачи для расшифровки. Четвертое. Установите эту новую частоту передачи на передатчике своего устройства. Используйте трубку своего устройства, чтобы поговорить с офицером связи. Хорошо. Так, здесь у нас что? Радиоприложение. Совершенно секретно. Чтобы отправить радиосообщение, используйте следующую таблицу соответствия. Получатель письма получит свой код на частоте, установленной кодом контакта. СИК 6, БАФ 7,6. Подождите. Получатель письма получит свой код на частоте, установленного кодом контакта. СИК, ФАЙР, ЛИД, ФИТ, ТИРС, БАРН, ПИК, ФАЙЛ, ФАЙТ, ЛАЙФ, РЕД, БАФ. То есть, чтобы отправить радиосообщение, используйте следующую таблицу соответствия. То есть, мы настраиваемся на частоту и тем самым сообщаем о нашей готовности какой-либо. Хорошо. Left, corn, bark, steel. Ясно. А здесь? А это азбука Морзе. Документ, устанавливающий соответствие между латинскими буквами и азбуком Морзе. Морзянка, в общем, ребят. Принтскрином, ребят. Кстати, надо и вот это запринтскринить тоже. А то мало ли потом потребуется. А, потребуется ведь. Старые добрые коды Сайберии никогда никого не подводили. Так. Ладно. Маракат, привет! Спасибо, что подключился. Что ж, давайте проверять. О, даже здесь механизмы Фаральберга. Так. Самодельный приемник Гера Густава должен быть где-то здесь. Так. Не подходит. Видимо, с антенной что-то не так.
Как только подключу антенну, смогу ее открыть. Надо ее изучить, Дана. Надо ее изучить. Я могу ее к чему-нибудь подключить. Скорее всего, ее нужно сначала открыть. Это отлично. Должно помочь. Отлично. Теперь нужно запустить. И выдвинуть. Вот это работа, Гергустов. Фанфокс, привет! Спасибо, что подключился. А что с веб-камерой? А я прохожу без веб-камеры, ребят. Я ее включаю время от времени, но я ее выключаю, потому что хочу зафиксировать всю красоту Сайберии. Это четвертая Сайберия и последняя игра покойного Бенуата Сакали. И мы обязаны ее увидеть во всей красе. Марк Атакас тоже пишет об этом. Так. Ну посмотрите, ну какая красота. Так. Подождите, как тебя вращать? Это не работает. А, ясно. Значит, пока трогать не надо. Хорошо. Теперь настройка частот. Эта часть рации используется для приема. Так. Тут пока еще рановато нам что-то. Эта часть рации используется для приема. То есть нам пока сюда еще рановато, да? Значит, давайте сюда проверку. Эта часть рации используется для передачи. Да, нам нужно передать сначала сигнал. Эта часть рации используется для передачи. Так. Болеть так неприятно, а... Маркат, выздоравливай. Выздоравливай. Хотя я вот лично люблю болеть. Голова работает на полную катушку всегда. Так. Давайте посмотрим еще раз в документах. Нам нужно как-то это все расшифровать, так ведь? Так. Смотрите, у нас есть текстовый пароль кодовый. Расшифровки указать ниже код. 2-1-1-1-1-2-1-2-1-2-1. Это морзянка, скорее всего, потому что здесь 4 буквы зашифрованы. Давайте теперь смотреть, что у нас по морзянке означают эти коды. 2-1-1-1. То есть, документ устанавливает соответствие между латинскими буквами и алфавитом морзянкой. Значит, смотрите, 2-1-1-1. Что подходит у нас под эту категорию? Буква B. B. Ну, то есть, смотрите, 2 черточка, 3, единица, это 3 точки. Кашель, температура и слабость. Мрак от выздоравливай. А завтра день рождения. Мракат, поздравляю, ты походу проживаешь то же самое, что было у меня год назад. Ну, зато в тишине и спокойствии можно праздновать день рождения, тоже как вариант, это же хорошо, ну, если так смотреть. Так, 1-2 это будет A. Далее, 1-2-1 это... Что у нас больше всего походит на это? 1-2-1 это будет R, bar получается, да? И 2-1, 2-1. Не, подождите, 2-1. 2, это будет только Т. А 2-1, барн. Барн. Код барн у нас. Код барн будет. Ну, типа, почему-то всегда болею, когда у меня день рождения. А, ну... Смотри на это с какой-то хорошей стороны. Так. А барн у нас, соответственно... Это какая частота? Так, барн 6,9. Частота 6,9. Все элементарно и просто. Но пока ты не разберешься, не поймешь, как это все работает.
Ладно, нам нужно частоту настроить. Это для передачи. 6 и 9. Так. Так. Вот мне, кстати, нравится, как здесь идет звук. Эта часть рации используется для передачи. Так, отлично. А здесь? Так. Подождите, 6 и 9. Я же правильно настраиваю ее? А может и неправильно, что ты поймешь. Ладно, вот так оставим пока что. Так. Нам как бы передать надо. Теперь нам нужна трубка. Ну попробуем проверить. Наверное, должно получиться. Сигнал недостаточно силен. Мне нужно как-то его усилить. Значит, продолжаем, идем сюда. Невозможно. Так. Так, а это вращается, да, нас полагаю? Так, значит, нужно здесь что-то еще сделать. Попробую другое. Ну давай, только я не знаю, что еще ты можешь здесь попробовать, Дана. А, может, вот это? Она точно должна усилить сигнал. Так. Так. Во! Гениально. Теперь сигнал сможет достичь Лондона. Мне нужно правильно настроить частоту, чтобы связаться с Лондоном. Так. Еще раз. Так, красная. Там. Подождите, я немножко запутался. Так, мне сначала нужно понять морзянку. Сейчас будет красный. Все. Так, я немножко Ребят, я сейчас буду немножко тупить. Потому что я сейчас буду записывать морзянку. Мне нужно ее послушать, буквально. Но это интересно. Кстати, попробуйте тоже вот собрать свою морзянку. Запишите тоже на бумажке. Любопытно, получится у нас с вами или нет. Так. Я, наверное, даже вебку тут включу. Потому что я просто реально все записываю. Так, давайте еще раз. Красный, все, прошла. Так, первое готово. Так. Ага, все, получил шифровку. Давайте смотреть. Кстати, сегодня зашел в Construct поиграть, пишет Маркус, заодно зашел в магазинский. Бывает. Давайте смотреть.
что у нас по морзянке выходит. Если я правильно ее записал, там должно быть соответствующая буква, но я мог записать неправильно. Так, давайте смотреть. Точка. Два тире точка. Такой нету, но... А, подождите, есть. П. Просто точка. Т. Потом точка. И тире. Точка тире. Точка тире. Это А. И тире, точка, тире. Тире, точка, тире. Кто-нибудь видит? Тире, точка, тире. Тире, точка, тире. Я не вижу. Тире... А, нет, К. К. Так. Давайте смотреть теперь по расшифровке. Есть такая частота у нас? Так. А, может, пик? Наверное, пик, потому что я не вижу других, которые заканчивались бы на и на А и К. Пик 8.4. Ну давайте пробовать. 8.4. Так, у нас на какую? Все, связь должна была установиться. Мне нужно правильно настроить частоты, чтобы связаться с Лондоном. Подождите, а я правильно ли настроил? Так, игрок. Дайте еще раз почитаю по инструкции. Может быть, я что-то не то сделал. Так. Безопасную частоту приемники своего устройства. Но вот это вот безопасная частота. Через приемник вы получите от офицера связи новую частоту передачи для расшифровки. Установите новую частоту передачи на своем приемнике своего устройства. Используйте трубку СО, чтобы говорить с офицером связи. Ага. То есть раньше у нас была 6,9, сейчас 8,4 частота и там, и там. Все. Давайте теперь сюда. Блин, тут геймплей прикольный. Ну так мы же, извините, здесь во Второй мировой войне. Так, и теоретически все должно работать. Ну, попробуем? Мне нужно правильно настроить частоту, нет, чтобы связаться с Лондоном. Я что-то не то сделал. Так, давайте тогда вернемся на 6.4. И послушаем еще раз. Так. Нет, 6.4, не 6.3. Так. Я же правильно записал? 6,9. Какая 6,4? 6,9. Хорошо, что я все записываю, да, ведь, ребята? Если бы не записывал. Так. 6,9. Во. Так. Сейчас послушаем сначала, подождите. Морзянка, здесь морзянка, азбука Морзе. Давайте еще раз. И сейчас проверка будет. Точка тире. Точка. Точка. П.
пауза. Точка тире. Тире. Точка тире. Нет, все правильно. Только у нас в городе найти магаз с дисками и купить там какой-нибудь Left 4 Dead или КСР. Ну да, есть такое. Можно просто позалипать на стримах у тебя. Да, есть такое. Ну вот смотрите. Точка тире, теперь смотрим. Значит, точка тире тире точка. Точка тире тире точка. Это где у нас такое? Точка тире тире точка. Это П. А дальше просто точка. Это Е. Потом точка тире. Точка тире. Кстати, ребят, запоминаем морзянку. Запоминаем морзяночку. Морзяночка наше все. Дайте даже включу свет немножко в связи, а то... Вот так вот. Поприятнее. Вот так вот. Поуютнее. Итак, морзянка, морзянка. Точка Е. Точка тире, точка тире. Пик. Да, это будет пик. Это будет пик, а тире точка тире это К, я помню. Все. Это пик настройка частоты у нас будет. Теперь смотрим сюда. Левел хочется. Просто теперь же оплата в Steam заблочена. Я знаю, Маракат. Но я благо купил Сайберию еще в том году. Бренд-заказ сделал. И у меня здесь должна быть еще дополнение по ней. Но я пока не могу найти. Скорее всего, он будет в конце, когда мы закончим с этой игрой. Читаем. Значит, пик 8.4. 8.4. Значит, таки правильно я расшифровал. Слушайте, не зря меня в свое время определили в запас по радиослужбе. Я радиоманьяк какой-то. Так. 8.4. Это 8.3. Во. Раз. И здесь тоже. Безопасный канал. Во. Все теперь должно работать. Давай, Дана. Ну, хоть сейчас-то давай уж. Мне нужно правильно настроить частоты, чтобы связаться с Лондоном. Но я же правильно все настроил. Что не так? Подожди. Частоту мы настроили. Мы нашли. Это пик будет. Так, читаем. В связи новую частоту для расшифровки. Установите новую частоту передачи и дочинга. Используйте трубку, чтобы говорить с офицером связи. Я же настроил ее. Пик. 8.4. Частота связи. Ну все правильно. Может я что-то не так сделал? Ну-ка, надо вот прям разобраться. Нет, 8.4. Эта часть рации используется для передачи. Так, допустим. Эта часть рации используется для приема. А, подождите, может быть я в приемнике что-то не так сделал? Давайте разберемся. Нет, тоже 8.4. Ну, давайте на 8.5 поставим. Может, там опечатка была? Так. Так. 8.4 стоит сейчас. А здесь... Вот настолько рация, это, конечно, тот еще геморрой. Так. Реально, настолько рации, тот еще геморрой. Ну что поделаешь, какие времена были? Так, отключили. И поток поставили. Я пока выключу, потому что мы настройку провели. То есть мы знаем код.
То есть это пик. Это будет пик однозначно. Нам нужно только теперь усилить сигнал, так полагаю. Может, это сзади есть? Я могу сзади что-то посмотреть? Нет, не могу. Только вот это все. Здесь все настроено. Мне нужно правильно настроить частоты, чтобы связаться с Лондоном. Но я правильно настроил! Ребят, вы сами слышали шифровку. Это пик будет. Это шифровка пик. Может, нужно, чтобы Дана сама их как бы себе расшифровала? Ну, давайте вернемся на 6,9. Ну, дайте просто слушать. Вебку верну. Так. Сеанс завершен. Теперь. Точка. Тире. Тире. Точка. Пауза. Точка. Пауза. Точка. Тире. Тире. Точка. Тире. Ну, это пик. То есть я все правильно? Может, тут барахлит тогда рация по логике? Вот, это настроили. Учебный центр, 8.4. Да я знаю, что 8.4, я настраиваю 8.4, но... Кстати, спасибо, что подключился. У меня тоже получился пик. У меня тоже получился, я не знаю, видно вам, не видно? Вот, у меня тоже получился пик, но... он не хочет настраиваться. Я пытаюсь настроить его на 8.4. Вот видите, у меня настроено на 8.4. Вот здесь 8.4. Вот, видите, 8,4 здесь. И там 8,4. Но как только мне... Я беру трубку, пытаюсь взять трубку, она говорит, что не настроена. Вот тут тоже 8,4. Хоть голову уломай. Вот. Мне нужно правильно настроить частоты, чтобы связаться с Лондоном. Мы правильно настроили? Кстати, вот мне нравится... Даже здесь печать Фральберга стоит. Такое ощущение, что товарищ Густав все настраивал везде, только... Причем фонос, микрофон. Может, должен... Может, вот так поставим? Не на 4, а на 3? Может быть, он глюченный такой, своеобразный? Вот даже не хочет понемногу. Ну-ка, давай нормально. Вверху 7 вроде. 7, думаешь? Ладно. Давай попробуем 7. Я уже даже не знаю, что делать. Так. Нет, это связь с сопротивлением. То есть здесь как раз таки идет пик. Нет, то что у нас пик просто слово выходит, у нас слово пик. Это, видимо, у всех одинаково, я так полагаю. Может быть, на передачу только настроить и все? То есть, типа, безопасный канал здесь. Так, безопасный канал здесь. А трубку поднимаем вот здесь.
Может, так тогда это работает? Да, вот оно как. Лондон, прием. Лондон, как слышно? Прием. Контакт установлен, посылка готова. Повторяю, контакт установлен, посылка... Не обсуждается! Без нее я отсюда не уйду! Лондон, минутку, прием. Что такое? Вы скажите Лондону, что без жены я не уйду! Послушайте, я... Нет, вы послушайте. Андреа – моя ближайшая соратница. Для союзников она не менее важна, чем я. Сейчас она в Вагене, прячется у кого-то из друзей под чужим именем. Вы должны доставить ее сюда и провести в Швейцарию со мной. Угу. Мы не можем вернуться в Ваген. Коричневые тени заняли весь город. Нельзя откладывать отправку. Идет буря, опасно. Без нее я не уйду. Уважаю. Лондон, слышали это? Вас поняла. Конец связи. Приказали забирать. Ну, значит, пойдем забирать Мы не Галету. Можем позволить фрау Экснер попасть в плен. Есть риск, что она может заговорить. Так чего вы ждете? Отправьте за ней кого-нибудь. Погоди-ка. Ты хочешь, чтобы я... Прости, Лени, у нас нет выбора. Людвигу нельзя показываться в Вагене. А мне нужно все подготовить, чтобы завтра провести людей. Учебный центр, не надо. Мы тут и сами же все проспойлерили давным-давно. Она не может. Лени права. Коричневые тени меня не знают. Я могу вечером пробраться в Ваген инкогнито и вернуться до... Не обсуждается. У тебя другое задание. А еще... А она еще... местная. Это очень опасно. Леон! Что ж, ладно. Пойду я. Лени, стой! Ответ Леона и его безусловная любовь к Дане затуманили мой разум яростью. Так что я решила отомстить, пойдя другим путем. Каким же? Ты решила сдать... о котором жалела всю жизнь. Она их сдала нацистам? Вот же тварь. Что вы наделали? Заключила сделку с дьяволом. Это ее отец! Вот это новость! Вот это... Густав, да ты та еще мразь оказалась. У нее отец пошел в генералитет к этим идиотам. К этим фашикам. Кошмар. Никто не должен был пострадать, клянусь. Клянусь, фройляйн. А, ну да, никто не должен был, они сопротивленцы. Я не хотела, чтобы Леон оставил меня ради нее. Больная дура совсем. Но я обманывала себя. Стоило понять это сразу. Угу. Абдул, Сайберия, серия квест в Адбину Асакаля. Четвертая часть рассказывает о событиях Второй мировой войны. Ну, в придуманной, конечно, территории страны между Германией и Францией и Швейцарией, на которой находится, но все равно интересно. Давай, огонь, огонь. Мочи шизофреников.
Крепкое бревно должно быть. Абдул, у меня игра относительно стабильно работает. К сожалению, съедает все YouTube. Бывает такое. К сожалению, YouTube съедает при трансляции, ребят. Есть такое. Ух ты! Людвиг с ружьем. Это нечто. Коричневые тени! Но как им? Нужно скорее уходить, пока еще можно подняться! Через перевал в бурю спятил? У нас нет выбора, Ленни! Либо так, либо в руки коричневых теней! И мы обе знаем, что это значит. Это означает смерть. Мы должны остаться и выиграть Леону как можно больше времени. Леон, я... Она права, Ленни. Теперь бегом, бегом. Скорей. Дана! Нет, так нам будет еще больней. Дана! Я люблю тебя, Леон. И я очень люблю тебя, Дана. Молодец, Ленни. Коллаборационистка недоделанная. Вперед! Предательница и все такое. Полный титул надо заедать. Тот она терпеть не может этот... В спину. Ну что, карма получила? Ха-ха-ха. Вот тебе надо, мразь такая. Какая ирония. Но худшее было впереди. Ну конечно, это только затравочка, это аванс. Гребаные нацисты. Не знаю, сколько мы сражались. Достаточно, чтобы Леон повел гражданских к перевалу. Гранаты бросайте, мост подорвите. Да, нас немного осталось, это не очень хорошо. Людвиг от них не оставил следа. Молодец, Людвиг. А можно показать, пожалуйста? Звуки это, конечно, очень интересно, но я хочу увидеть весь процесс. Ну и на этом спасибо, тоже красиво смотрится. Слушайте, реально сверхсолдат. По-другому не скажешь. Так, Людвиг, ты на нашей стороне, помнишь же? Да, помнит, отлично.
лавина. Видите, сходит. Вот что вы, бабы, творите? Из-за любви людей убиваете. Ой, да уж. Да, ребят, я официально заявляю. Такой опыт уже был в жизни. Знакомая история. Ой. Ну это ж надо головою не думать. Идти к отцу-нацисту говорить: слушай, папка, у меня тут проблемы на любовном фронте, прибей конкурентку, задуй меня с любовничком. Ты дура! Вот дура полноценная! Людвиг с тех пор искал останки Леона. Но только потепление растопило лед и обнажило тела. А вместе с ними и мое преступление. Именно тогда и появились мои фройлейн. Лень. Милый Людвиг, сможешь ли ты? Не сможет, мистер, конечно. Людвиг, прошу. Не надо, фройлейн. Я заслужила. О, это еще слабо сказано. Давайте уже с этим покончим, фройлейн. Я расскажу о своей последней встрече с Даной. И довольна. Ладно, слушаю. Это было год спустя. Сразу после освобождения Вагина. И там она ей все рассказала. Весна 1945 года. Музыкальный квартал. Но мне кажется, мы к финалу подходим. Слушайте, а Академия-то со времен заколоченных окон так и не исправилась, не изменилась. Как были заколочены при Кейт Уокер, так и тогда. Вот видите, такие же заколоченные окна. Какие люди! Подождите-ка. Поздороваться со старыми знакомыми, прежде чем отправиться в лазарет. Вот, ладно, подождите. Сначала вот это почитаем. Да, читать. О, отлично взял. Неофициальный доклад. Капитану Митчеллу. Считаю необходимо сообщить о вызывающем опасении инциденте. Вы помните пленницу, которую красные предатели нам перед уходом? Рыжеволосая, болтливая, официальный художник партии. А, это рыжая юнта наша. Вчера она должна была предстать перед военным судом за пропагандистскую работу, которую вела для Крыльевых теней. Однако, когда я готовился доставить ее в зал суда, меня вызвал старший офицер-британец. Сказал, что мы взяли не того человека и распорядился отпустить ее. Поскольку он был гораздо выше по званию, я подчинился. Однако с тех пор меня не оставляют сомнения. Красные были абсолютно уверены в ее виновности. А после того, как британский офицер убедил меня освободить ее, она исчезла. Как вы думаете, достаточно ли у меня оснований для подачи рапорта в военную полицию? Надеюсь, ваш совет по данному вопросу. С уважением, сержант Скотт Кертис. Вот даже... Уважаю. Уважаю. Так. Старый друг, да, так сказать?
Привет, лисья морда. Сколько лет, сколько зим. Думал, померла? А нет, вот жива, с тобой стою. Мелкая вагинская дрянь. А ты что, набухался? Вот и вам. Все еще кишите, как блохи на крысе. Кто бы говорил? Ах, как досадно, что тебя не было, когда мы грабили дом твоих родителей. О, так это ты там был? Перед тем, как швырнуть их в дом, бро. Можно ему врезать, пожалуйста? Сгоришь в аду. Скажу тебе только одно. Я буду рядом, когда тебя вздернут. Давай, давай, давай. Дергайся, Юли. Юли, Юли. Что, не можешь? Связанный же. Беги, заяц! Беги! Скоро мы вернемся! И вас, тварей, прикончим! Нашелся волк из дупугоди. Волк из дупугоди, вот это да. Так. О! Герзауэр? О, фрулейн Дана. Живой. Что вы здесь делаете? Что ж, в отличие от моих бывших коллег по экспедиции Исток, я отказался от предложения союзников. А значит, и от своей неприкосновенности. Но почему же? Действительно. Ну, единственное, чем мне хотелось заниматься в жизни, так это моими антропологическими исследованиями. Но если я что и понял в Балтояре, так то, что наука не должна служить планам той или иной сверхдержавы. Даже временно. Хватит с меня продажной науки. Вот это уважаю. Так что я предстал перед судом за то, что получал средства от коричневых теней. Вот как. И что будет? Мне жаль, что так вышло с Леоном, фрулейн Дана. Знаю, вы были близки. Он постоянно говорил о вас. Мне жаль, что в последнюю нашу встречу я был с ним слишком резок. Он был славным. Я скучаю по его честности. И я скучаю. Спасибо. Герзауэр. Да, фрулейн. Спасибо, что передали мне письмо Леона о случившемся в Балтояре, как и обещали, несмотря ни на что. Значит, вы человек слова. Желаю вам удачи. Это ведь реально, он передал письмо. Так, это лазарет. Какие люди, вы только посмотрите. О, не хочешь говорить. Ну ладно, давайте взглянем сначала на жертв, я так полагаю. После освобождения кажется, что все в Вагине ищут кого-то. Кстати, там и наши есть. Кто заметил русскую фотографию? Я заметил. Так, ну давай уже, Густав. Не отворачивайся, не уйдешь от разговора. О, Флакса посередине, красота. Боже мой, это ты, Дана. Герр Густав. Хочешь, чтобы работала музыкальная академия, да? Теперь тут штаб союзников. Да. Я навещал Лени. Я тоже к ней. Хотела увидеть ее перед отъездом. Как она? Выживает, полагаю. Союзники лечат ее в здешнем лазарете. Слава богу, особый уход за заслуги в сопротивлении. Впрочем, вряд ли она
будет снова ходить. Да уж. Мне очень жаль, что все так вышло. Я позволила Леону погибнуть и не сумела даже помочь Лене, когда ее ранили в том бою. Я понимаю тебя, милая, да. Но не вини себя. Это она виновата. Сожаления знакомы всем. И многим сильнее. Особенно в военное время, Дана. Таков мир. Мы справляемся, как можем. Если бы вода снова потекла под мост, лебеди бы вернулись, и мы снова смогли бы жить вместе, как прежде. Да, Мрака, спасибо, что приходил. Будь это возможным. Олени? Я обещал заботиться о ней всю мою жизнь. Я уже терял ее. И не потеряю вновь. Я вернусь снова в лагерь и переделаю его для нее. Ясно? Хорошо. Все в порядке, Дана? Да уж. Где вы были во время оккупации? Где вы были во время оккупации? Лени мне не говорила. Расскажи уж. Если хочешь знать, меня оправдал трибунал, Дана. Может, дело в том, что я отец героини, но с меня сняли все обвинения. Ну, о, вот как. Ясно, Герр Густав. Хорошего дня. Да уж. Повезло, что дочка героини оказалась, хотя вот и предательница. Так. Я определенно со всеми закончила. Теперь мне нужно пойти и поговорить с Леней в лазарете. Да уж. Что отец, что дочь. Только один из-за трусости, а другой из-за любви. Читаем. Газетка. Советская газета на немецком языке? Да как вообще такое может? Хотя, может быть, это для немцев сделали специально. Ваген освобожден. Патриоты Вагена разбили коричневых теней и водрузили флаг Астерталя над городом. Патриоты Астерталя восстали против оккупантов коричневых теней и освободили сегодня свою столицу Ваген. Пока у города скапливалась огромная армия союзников, тысячи партизан взяли штурмом укрепление коричневых теней, подавили сопротивление вражеского гарнизона и победоносно выгрузили над городом флаг Астерталя. Последнее сообщение из штаба гласило, что войска союзников после тяжелых боев с отрядами коричневых теней и коллаборационистов присоединились к вагенским патриотам на музыкальной площади в центре столицы. С необычной речью на площади среди автоматонов выступил один советский майор. Он сказал, это великий день, освобождение был бы невозможен без усилий множества людей и труда одного советского завода в промышленном городе Комколцграде. Вот это да! Это уже отсылочка на первую Сибирь, где мы проезжали, значит, он тоже участвовал. Этот завод, расположенный в СССР, смог продолжить свою деятельность по добыче и переработке тяжелых металлов благодаря рабочей силе автоматонов. Майор добавил, уместным заключением является то, что создатель этого завода также создал и эту музыкальную площадь, на которой сегодня мы стоим как свободные граждане. Его звали Ганс Фарельберг. Поздним вечером радиостанция Вагена подтвердила, что столица Астерталь была освобождена, а главнокомандующий коричневых теней подписал безоговорочную капитуляцию. Даже здесь афганцы вспоминают вот это уважение. Так, туда войти не можем. Больше ничего не осталось. Давайте осмотрим на всякий случай. Мало ли, может, что. Слушайте, вот этот, ну погоди, сидячий. Ой, мерзкая зараза, конечно. Несмотря ни на что, рад встрече. Я тоже. Так, а вот этот, может он что-то скажет нам еще? Давай, удиви меня. Нет, не может. А что он скажет-то? Все, его висельница ждет. Прощайте, Дана. Прощайте. Я... Дана, тебе нужно уходить. Почему нужно? Мне надо поговорить с Леней.
Ну-ка. Что еще? Что еще? Я... Дана, тебе нужно уходить. Не тебе, а не мне, а тебе, предатель едкий. Попрощаться и уйти. Ну, где наша героиня, предательница? Она же шизанутая. Мне пора, Лени. Каждый новый день в Вагине стал пыткой для меня после смерти Леона. Да не факт, что он умер. Не могу здесь больше оставаться. Нет, мы теперь знаем, что он умер, но и в раз уж город эпоху-то. Освобожден, я... Я решила уехать в Америку. Попробую начать с чистого листа. Не знаю, станет ли мне лучше в Штатах, но там у меня будет больше шансов справиться с прошлым. Я не бросаю тебя, Лени. Людвиг останется, и он поможет тебе найти тело Леона. И я буду писать тебе. Часто. Не будешь. Я тебя не забуду. Она тебе сейчас скажет, что он творила. Это я уже даже я понимаю. А вот это вообще-то делать не рекомендуется после операции на спине. Так Дана, она не узнала, что ты сделала? Точно. Нет. Не сказала все-таки. Ну, в принципе, логично, иначе бы ты в тот же момент получила пулю в голову или еще что хуже. Реально? Если бы Дани в момент полной скорби она бы сказала, что именно из-за нее убил Леона, Дана бы просто застрелила бы ее сразу из стабильного оружия. Вот говорю вам, я бы так сделал. Так она написала вам из Америки, как обещала. Да, и писала еще 40 лет. Ух ты! Значит, она еще жива? Точно не знаю, но это возможно. Объясните мне. Нет. Хватит с меня объяснений. Хватит самооправданий. Теперь я хочу лишь одного. Отдохнуть от вины и одиночества. Я хочу отдохнуть. Отдохнуть. Пора простить себя. Ты, извини, конечно, шизануто сделала полную из-за любовной почвы. А твой отец тающая скотина оказался. Ну, во-первых, это у всех нас такие родители, к сожалению, как ни крути. Да, ребят, я знаю, о чем говорю. У меня самого такая ситуация. Хотя мой отец вот лично был героем для меня, потому что он меня спас в свое время. А вот про другого родителя такого сказать не могу, к сожалению. Just Listen, привет, спасибо, что подключился. Не играешь, Джон, не играй все время, твои глаза... Да нет, все нормально, Just Listen, it's normal. I'm working in my job 18 time. It's normal in the Russian. Change language to English. No, it's because I gameplay of the Siberia only in the Russian language. То есть вебка. I'm is the Siberia collection and games of the Benoit Sakal
only in the Russian language, because very important of the game of the Benoit Sakal. No justice, no justice. Listen, because I'm is all serious Siberia in the Russian language only. Только Russian language, без обид. Sorry, но вот Сайберию я прохожу исключительно и только на русском языке, ребят. Многих это не устраивает, но я говорю, это нужно. Это надо. Это надо. Багира-блогера, можно небольшую рекламу сделать? И только если у вас есть миллион долларов в запасе, тогда можно. А так нет. Just listen. I can understand any change in the language and the Hindi. Ну, no, I understand, but I am... For example, I am to learn all the English I'm English language, Japanese language, Germany language. То есть I'm learning all the language, and I want to my and I want my subscribers to learn and I want to learn my subscribers all the language too. То есть я хочу, чтобы все понимали мои языки. Окей. Так, ладно, простить себя. Рекомендую. Еще не поздно простить себя. Я не знаю как. Даже если бы и хотела. Не попробуешь, не узнаешь. Спасибо, фройлейн. Есть такое. Just listen. Вы найдете последнее письмо от Даны в моем автоматоне. Там все ответы, которые вы ищете. Так и знал. Спасибо. Окей, in the future. Так. Кстати, по поводу графика... Card. NVIDIA GeForce MX 115. Так. Так. О, смотрите, что мы нашли. И где тут наш ключик? Не подходит. Нужно верно настроить ключ. Сейчас. Не подходит.
Ну, здесь нужна только вот эта конфигурация, она сейчас подойдет. Вот. Так, а это сердце. Не-а. Придется вытаскивать тело Оскара. Подождите, а почему? Да. Попробую по-другому. Так, нужно еще что-то открыть, да? Так, подожди, куда вот это двигать мне? Ага, ясно, крутим. Теперь-то получится, да ведь? Застряла. Нужно что-то еще сделать, видимо, да? Так, ладно, посмотрим, что у нас внизу есть. Вот здесь внизу что-то еще есть. Just listen, your graphic card can run GTA 5 and more again than to play game. Yes, my graphic card can GTA 5, but it's more lag. More lag. Проверял это уже. You handsome or cute? Ну, I'm not now, just listen, handsome or cute, I'm not now, я не знаю, сами как считаете, ребят. Так, ладно, давайте вот здесь теперь проверим, вот тут, что тут у нас. Так. Застряла. Похоже, сейчас тут нечем заняться. Сначала нужно позаботиться о сердце автоматона. Да, придется. Так, и как мне это сердечко вытащить? Так, это отсоединили. Невозможно. Ну, конечно, невозможно. Здесь эти вот закрепыши стоят. Не. Как мне вот эти вот закрепыши убрать? Застряла. Может, вот здесь что-то с боков есть? Давай. Вот так вот. Я просто не знаю, как вот это вот сердечко автоматона вытащить. Но вот это мы отсоединили все. Попробую по-другому. А как, Кейт? Я даже сам не понимаю, как здесь можно по-другому. Just listen, watch country to friend. Ну, наверное... Ну, как сказать... Все страны мира нам, друзья. Проблема в другом. Смотря как... Как смотреть на это понятие друг. Понимаешь? О. Во. Открыли. Все, теперь можно забирать. А теперь ты, Оскар. Теперь ты сможешь управлять этим телом, Оскар. Давай поработаем вместе. Откроем замок и найдем письмо Даны. Застряла. Так, и как мне его запустить? Может, сбоку что-то делать надо дополнительно? Ну да, есть тут что-то, смотрите-ка. Никак не сдвинуть. Должен быть способ как-то разблокировать его через механизм. Так, а это хранилище.
Нужно верно настроить ключ. Да сейчас настроим, это несложно, Кейт. Так. Теперь все должно получиться, насколько я понимаю. Забавно, что Оскар больше не двигается. А подождите, а он может двигаться, подождите. Так. А здесь? О! Окей, давай теперь-ка мы с тобой поработаем-ка. Интересно, как героиня с этим возилась? Так. Замок. Надо сдвинуть эту маленькую подвижную часть, чтобы... Да я понял уже, Кейт. Так. Вот так. Теперь давай смотреть здесь. По что получится? Застряла. Да, не получится. Замок. Надо сдвинуть эту маленькую подвижную часть, чтобы отпереть его. Если будет трудно, попрошу Оскара помочь. Оскар, подсказка. Мы можем открыть спину автоматона. Вдруг внутри найдется что-то полезное. Так. О, давай тогда мы сейчас перейдем в другую часть спины. Вот здесь вот что есть. О. Застряла. Нет. Нет, не хочет, да? Ясно. Теперь давайте сюда посмотрим. Ключик. Тело вверх. Может, сейчас заработает? Застряла. Нет. Так. Ладно, сейчас посмотрим. Mm-hmm.
вообще любопытно. Так, так. Я реально думаю, ребята, почему она не двигается-то? Barbie Vision Games, привет, спасибо, что подключился. Почему она-то не двигается? Может, что-то еще есть? Так, ладно, может быть, дело с задницей этого автоматона. Давайте сейчас посмотрим. Так. О. Нет, мне так не кажется. Я делаю это не так. Так, ладно. Ну, ясно, Оскар. Опустись-ка. Так. Теперь от лица Кейт. О, разблокировали. Теперь идемте вверх по маршруту, который мы с вами сделали. Так. Аккуратненько. Так. Прошли. И... Вот так. Теперь я смогу снять замок. Отлично. Но теперь нам нужен Оскар, чтобы он опустил следующий грузик. Так. Теперь... Пускаем. С тылу не зайдешь. Можно зайти, получилось же. Все можно. Так, вот здесь надо повернуть. Так. И вот здесь надо нам повернуть потом ключ в в спине Оскара. Так. Ну, Оскар сейчас выпрямился. Да, ключ. Мы сейчас к нему не подберемся. А может подберемся? Нет, не подберемся. Оскар, опустись-ка ниже. Наклонись. Молодец, хороший мальчик. Невозможно. Так, теперь ключ Форальберга. И поворачиваем. Вот мне любопытно, как Лени этот замок закрывал постоянно, я не понимаю. Это знаете, как тут нужно было возиться, чтобы эти письма убирать, запрятывать? Это, конечно, очень красочно все сделано, но ну совершенно не входит в логику. Хотя это мог Густав, конечно, делать. Ну, точнее, Людвиг. Можно повернуть рукоятку. Отлично. Вот эта рукоять? Отлично. И сюда надо ключ поставить. Вот реально столько телодвижений. Нет, такая конфигурация не подходит. Ничего, сейчас все исправим. Письмо. Серьезно? Я думал, тайник будет побольше.
Ну, давайте смотреть. Весна 1983-го. Дана отправила это письмо Лене 20 лет назад. Так. Что тут еще у нас есть? Дана Гонгриш, Манхэттен. Она сменила имя. Женилась. Получено достижение, письмо. 21 мая 83-го года. Милая Лени, прости, что долго тебе не писала. В последнее время было нелегко. Нью-Йорк, США, весна 1983 год. Слушайте, красивые палаты. Может, вышел замуж за богача после Второй мировой войны? Что, неудивительно? Муж Уильям Гёнгрих умер прошлым летом. Он был прекрасным спутником и надежной опорой. Но, сама знаешь, у меня был и другой мир. Мир прошлого. Наш мир Лени. Мир Леона. Красота. Я выполнила все свои обязательства. Но теперь мне нужны перемены. Нью-Йорк, США, зима 1983 год. Да, постарела Даночка у нас, постарела. Так, что у нас по заданию? Размышлять о своей своей второй жизни. Играет Шопена. Уильям и Данна Генрих. Слушайте, красивая свадьба, видимо, была. Красивая фотография. Так, читать. Звезда родилась, и зовут ее Данна Генрих. Заходили ли вы недавно в кафе-концерт? Если да, то наверняка влюбились в виртуозную игру восходящей звезды. Зовут ее Дана, и знаем мы ее о ней только то, что после войны она переехала в Соединенные Штаты из своего родного города в Центральной Европе. Так что если придете сегодня в кафе-концерт, то вас ждет большой сюрприз, а ваш верный музыковед с радостью откроет для вас талант этого истинного музыкального гения. Торопитесь, ведь Дана скоро будет играть в величайших залах мира. То есть это ее первое выступление было. Слушайте, вот прям хорошо держать такую газетную вывеску. Фотография прибытия. На фоне статуи свободы сделала. Слушай, весело. Хорошо, наверное. Фотографироваться, хотя не знаю. Не знаю. О, так. Just listen. Oh, you have crack version of Saber the World on Real On. No, it's le. Извиняюсь, дрель, видимо, соседи запустили. It's game is legal версия. Легальная версия. Она купная in the Steam. Это стимовская. You crack version of Saber the World. Don't play this game. This 18+ game. Children will get affected. Да нет, it's normal. Нормальная игра.
Так, что здесь у нас? Смотрите, сколько подарков-то у нее. Видно, что популярность стала. Да. Так, а что у нас в ящичках? Тут ничего. Книга. Аудиозаписи. Никита Северенко, привет! Спасибо, что подключился к нам. Давайте это сейчас закроем. Нет смысла тут все держать по сотню лет подряд. Подожди, а там точно больше ничего не было, кроме записи? Только аудио, да? Так, а здесь это тоже убираем. Посмотрим с другой стороны. Слушайте, он прям вибрирует постоянно. Каждый раз, когда куда-то заходим. Подождите, ребят, звонят. Извините, ребята, отвлекают. Так, звук вернули. О, Фан, привет, я же подключился. Привет, кстати, о Дане. Откуда она взяла Сару Уокер, мать Кейт? Так как она уже не могла родить после того, как она родила дочку от Леона Анурос. Ну, сейчас узнаем эту историю, потому что видно, что она рассуждает. Но тот факт, что они очень похожи, это, конечно, немножко удивляет. Может быть, дальние родственники... Может быть, у отца или у матери были еще кто-то, и они вот так вот встретились. Тоже может же быть. Да уж. Давайте еще раз послушаем, мне понравилась мелодия. Извиняюсь, ребят. Дрель гребаная. Ну ладно. Так, а тут что у нас? Читать. Кстати, ребят, если есть желание поддержать донатом, то ссылочка на донейшн в описании тоже к видео. Но это так, к слову. Хотя, в принципе, проходим ради именно игры. Так, читаем. Срессценза Entertainment. Дорогая Дана,
В эти трудные времена мои мысли только о вас. Я всегда с вами как в радости, так и в горе. Понимаю ваше внезапное желание все бросить после смерти Уильяма, но должен попросить вас не спешить поднимать белый флаг. Вы находитесь на пике своей потрясающей карьеры, и я искренне верю, что в книге вашей жизни грядет новая замечательная глава. Было бы очень жаль разочаровывать поклонников, которые искренне вами восхищаются. Я надеюсь, что вы примете наше новое предложение. Нет ничего такого в том, чтобы исполнительница, благодаря которой мой лейбл процветает, получила искреннюю благодарность не только от моего сердца, но и от кармана. Я приложил к письму мастер-копию вашей последней записи, чтобы вы могли послушать ее до того, как она уйдет в печать. Талант данный в лучшем его проявлении. Надеюсь, послушав запись, вы поймете, что он не может просто так уйти со сцены. Всегда ваш Рэймонд Пратт, арт-агент. Но она уйдет с карьеры. Это я точно говорю, ребят. Медсестра, что работала в родильном отделении санатории Бадена еще до войны, когда я была там. Она наткнулась на письмо своего начальника. Это была странная исповедь главврача, присутствовавшего при моих родах. Она утверждала, что ребенок, которого я родила 5 апреля 1938-го, выжил. Вот и ответ на наш вопрос, ребят. Врачи воспользовались возможностью и отдали мою дочь Анну друзьям моих родителей. Циммерам. Анна жива, Лени. Вот откуда и связь между Кейт и Даной Роуз. Ну это и хорошо, девушка спаслась, получается, ее дочка-то во время войны таким своеобразным способом. Хотя это и печально, вот так вот через 20 лет после войны узнать, что твоя дочь жива, и ты похоронил другого ребенка. Да уж, это реально болезненно. Нью-Джерси, США, весна 1983 год. Ты понимаешь, милая Лени, что после такого известия я повсюду стала искать свою дочь. Вот новая цель жизни. Это слушайте, оказалось нетрудно, даже несмотря на то, что ей сменили имя. А это дом Кейт, кстати, если что. Ну точно он, мы видели его в воспоминаниях Кейтлин. Кстати, если что, ребят, у них реально никто никогда не закрывает дверь в США. Ну, по крайней мере, в ту эпоху, да. Какое-то время я наблюдала за ней, пока она находилась в центре внимания гостей. Она выглядела такой уверенной. Счастливой и полной жизни. Она была в милой компании друзей из пожилой пары, циммерами и ее приемными родителями. Циммеры, значит, все еще живы были? Вот откуда и кулончик, кстати, взялся.
Но это мертвая ну, могила фальшивая, получается, по сути-то. Нет, это, понятное дело, похоронили другого ребенка-то. В каком-то роде получается, что родители Даны совершили преступление, просто подменили ребенка-то. Участвовали в этом. Но, с другой стороны, тем самым мы спасли ей жизнь. Ведь неизвестно, что было бы во времена войны тогда с малышкой-то. И пока я смотрела на дочь, мне вдруг стало ясно. Я вторгаюсь в жизнь Сары Уокер-Циммер. Мама? Вот тебе и биологическое сходство. Эта девушка не была на меня похожа и ничего не вызывала во мне. Ни эмоции, ни желания подбежать и крепко ее обнять. Совершенно ничего. Все казалось бессмысленным. Я сделала то, что посчитала нужным. Представила всю ее возможную жизнь и убедилась, что жалеть не о чем. Ну правильно, нет смысла огорашивать. Так, что у нас по заданиям? Расстаться с прошлым, поразмышлять о том, что могло бы случиться. Ну, кстати, этот вариант с подтасовкой детей надо было мне, кстати, тогда еще подумать, когда мы узнали, что ребенок-то погиб. Хотя, в принципе, я такой вариант, по-моему, поднимал. А может и нет. Будет забавно, если сейчас она встретит Кейтлин. Что тут еще у нас есть? Воспоминания о кладбище. Да уж. То есть получает, ну хотя 83-й год. Ну да, в принципе, Кит Уокер еще там, наверное, лет 10, может быть, ей было. А это Циммеры. А почему ты вот это вот не хочешь поднять? Я поднял бы. Призрак Дана. Вот ты кто. Прекрати преследовать их и уходи. Если честно, я бы, конечно, все-таки бы на ее месте хотя бы сказал бы правду. Хотя бы Циммером. Дождался бы их и поговорил бы с ними. Ладно, дочку бы не трогал бы, но, в конце концов, нет смысла уже вторгаться. Но поговорить хотя бы... Нет, давайте пошпионим. Как мы раньше делали. Или не будем? Ну ладно, пойдем.
Когда я собиралась уходить, то услышала, как кто-то наверху играет на фортепиано, и замерла на месте. Но это уже Кейт. Она говорила, что играла на пианино в детстве. 6 простых нот, чистых, хрустальных, разбили мое сердце невыносимой болью. Я поднималась по лестнице, как автоматон, ведомый музыкой вагинского гимна. На руки посмотрите, ребят. Каждый пальчик движется, вот просто слушаясь, когда она слышит игру Кейтлин. Той музыкой, что я так гордо играла на главной площади Вагина и больше не играла никогда. Я увидела девочку, которая училась играть. Слушай, это реально трогательно. Она занималась очень прилежно и, казалось, совсем не удивилась, увидев меня. Видно, приняла меня за очередную гостью, заблудившуюся по пути в ванную. Слушай, это прекрасный финал. Да, есть огрехи, конечно, в сюжете местами, но все очень хорошо стыковывается, ребят. Должны скользить по клавишам, словно лебеди по озеру. Так говорили наши учителя в Вагинской академии. Хороший совет. В каком-то роде, получается, Кейт ее нашла. Только в прошлом. И даже этого не понимала до сего дня. Потому что раньше и не искала. Ваген, горы, осень, 5-й год. Я выбежала из дома, не оглядываясь. А через пару дней уехала из США в то единственное место, что было для меня важным. Прощай, Лени. Но учитывая, что она... Дэн. Что ж, мне никогда не понять человеческих эмоций. Мне казалось, ты наконец-то обрадуешься, получив доказательство, что Дана Роуз — твоя родственница.
Я полностью забыла о странной старушке, что помогла мне сыграть на дне рождения мамы. Она моя бабушка. Ну вот видишь же. И что мы будем делать дальше? Хороший вопрос, Оскар. Не знаю, Оскар. Я не знаю. Мне стоило бы радоваться, что приключение окончено. Я обрела свободу, сдержала обещание Катюши и обнаружила захватывающую правду о мамином прошлом, что держалось в тайне. Но это не изменило то, что я чувствую себя виноватой в смерти мамы. И не заполнило пустоту в душе. Может, познакомиться с Даной лично? Но если она еще жива. Это невозможно. Последний оставленный Даной след — это письмо. А ему... ему уже 20 лет. И к тому же... Дана намекает, что уехала в неизвестном направлении. Почему же неизвестном? Словно известном. В убежище. Ждать конца жизни, в которой для нее не осталось смысла. Она может быть где угодно. Если она вообще еще жива. Это как искать иголку в стоге сена. Поэтому не знаю, Оскар. Я правда теперь не знаю. А я знаю. Она отправилась туда, где был нашел Леон, их маленького друга, где они планировали прожить всю свою жизнь. Так что, скорее всего, нам придется потом еще отправиться на горный хребет. Осталось только одно, Оскар. То, чего от меня все ждали с того дня, как я села на поезд вместе с Гансом. Образумиться и вернуться в Нью-Йорк. Да подожди ты. Конец всегда настает, Оскар. Не верно? Нет, не в этом случае. К тому же билет-то старый, ему уже как год просроченный. Так что я сомневаюсь, что по этому билету тебя хоть куда-то отвезут, Кейтлин. Надо новый билет, во-первых, для начала покупать. Ваген, центральный вокзал, осень, 5-й год. Так, новое. Уехать из Вагена, предъявить правильный билет на поезд, позвонить Оливии. Ну-ка. Так я смогу попасть в международный аэропорт Вагена, а оттуда обратно в Нью-Йорк. Номер моего вагона. Я бы не уезжал бы, Кейт. Я должна найти телефон и позвонить Оливии, прежде чем сяду в шаттл. В Нью-Йорке меня ждут неприятности, и мне понадобится любая помощь. Мой шаттл до аэропорта уже ждет. Нет никакого смысла бродить по станции. Я бы побродил бы и посмотрел бы. Мой шаттл. Он отвезет меня в аэропорт, затем я воспользуюсь билетом до Нью-Йорка от Оливии. И на этом путешествие закончится. Ну, знаешь ли, я пока еще не делал бы поспешных решений. Это номер 3. Багаж тот, но дверь не открывается.
Пожалуйста, предъявите свой билет. Пока рано. Подожди, красавчик, надо еще телефон найти. Где здесь у них телефон находится? О, нашел. Так. Валидатор. Валидатор? Полагаю, нужно с его помощью выставить день. Так. Мне бы тут не помешало помощь... Кстати. А, Оскара мы, кстати, вернули же обратно в тело, да? Полагаю, нужно с его помощью выставить день. А сегодня какой день у нас? Так. Предъявить правильный билет на поезд. Изначально на циферблатах установлена не та дата. Ладно, а какая у нас та? Давайте 07. Изначально на циферблатах установлена не та дата. Ну, это для печати, это понятное дело, но... Ну, просто нужно печать подтверждения. Это мы уже поняли еще с Владилены. Прощаться с Вагином труднее, чем я думала. Ну, понятное дело. Я здесь всего несколько дней, но... Теперь я знаю, насколько это место связано с моей историей. Это, по сути, твоя родная деревня, я бы сказал бы. Только в лице целой страны. О, телефон. Это же телефон? А, нет, это мемориал. С этой станции во время Второй мировой депортировали людей. Сколько жизней уничтожили эти варвары из коричневых теней? Много, к сожалению. Ради чего гибли люди? Ради шизофрении, видимо. Которую устраивали другие люди. А где тут телефон? Слушай, тут графика великолепная. Поистине великолепная графика. Так, 6-й вагон. 5-й. Это валидатор, но валидол нам не нужен. Пока что. Так, это 3-й вагон. Можно, конечно, в поезде будет, но я сомневаюсь. Тут очередь. Очереди, значит, не надо. Может, вот на другой части станции? Давайте вот тут пройдем. Станция же большая, наверняка здесь есть телефон. Вот, что-то есть, смотрите-ка. Что-то есть. Это, наверное, кабинка, да? Да, это кабинка. Так. У нас остался хоть грош? Остался. Ну и набираем. Позвони или скажи что-нибудь. Алло? Оливия, это я. Тогда выяснили. Ты была права, Оливия. Я гонялась за миражами с тех пор, как умерла мама. Но я нашла бабушку. Бабушку? Но она ведь давно умерла в Нью-Йорке. Нет, я про настоящую бабушку. Забудь. Долгая история. Я все расскажу, когда вернусь. А, то есть... Да, официально возвращается. Да, я возвращаюсь в Нью-Йорк. Здорово, Кейт. Нужно скорее рассказать Кантину. Он ведь все еще ведет расследование. Кстати, надо почитать его дневник. Будет ждать тебя в аэропорту, но не волнуйся. У Дэна есть связи. Он точно сумеет помочь. Может, даже убедит Марсен и Лорман снять обвинения. Спасибо. Было бы здорово. Шаг в международный аэропорт. Мне пора.
Шаттл отправляется в аэропорт. Да, да, скорей. Мы встретим тебя. Угу. Я горжусь тобой, Кейт. Ты правильно поступаешь. Ну, она правильно все сделала. Оливия? Да. Так. Фан, спасибо. 31 с номером, ясно? Мне очень жаль. Слушай, я прошу прощения за то, что случилось после отъезда из Нью-Йорка. Просто... мне надо было уехать. Нужно было изменить жизнь. Жажда свободы была словно зов. А сейчас, когда я уже несколько лет следую за своим зовом, я понимаю, что я уже не тот человек, каким казалось себе в Нью-Йорке. Я из тех странных людей, что прыгают с поезда на поезд. Странник бесконечной цели. Так назвал меня когда-то старый шаман. Ты о чем? Какой шаман? Долгая история. Теперь уже не важно. Все, что имеет значение, то, что я не жалею, что последние несколько лет я была собой. Молодец, правильно сказал. Знаю, Оливия. Знаю, что я многих ранила во время своего пути. Маму, Дэна, тебя. Я знаю. Прости меня, Оливия. Прости за все, что я тебе сделала. Спасибо, Кейт. Мне важно это слышать. Лучше бы сама бы извинилась. Знаешь что? Мне нравится новая Кейт. Ты бы лучше извинил за то, что у нее мужа украла. Послушай, мне пора бежать, Оливия. Я позвоню, если смогу, из аэропорта, как возьму билет. Да, да, беги скорей. Береги себя, Кейт. Хорошо, и ты себя тоже. До связи. Ага. Увела жениха. Потом такую подругу с себя строит. Вот же мерзкая скотина эта Оливия. Кстати, я тут еще осмотрюсь быстренько. Вагон-то, перрон-то большой. Может, что-то интересное еще есть. Наверняка же. Знаете, он мне очень напоминает, кстати, Бракштадтский перрон. Походу, Ганс... ну да, он же и делал как раз-таки перрон-то в Бракштадте. Но визуально они очень похожи. Так, это вторая платформа. Это первый вагон. Давайте сначала попробую предъявить билет неправильным способом. То есть мы не будем делать пометку на билете. Похоже, этот механизм напрямую соединен с дверью. Так. До сих пор работает. Как в первой Сайберии, ребят. Недействительный, да? Ну скажи мне это. Простите, на билете нет штампа. Ладно уж, пойдем. Сделаю тебе штампик. Ой, вот знаете, ребят, столько мелочей, которые вот прямо возвращают просто мыслями в первой Сайберии. Ну, видно, что Сокаль делал визуал однозначно. Он по визуалу всю историю говорит. Но у него, конечно, есть. Вот, у меня есть придирка к мелочам. Придирка к мелочам у меня есть. Валидатор. Валидатор. Валидол дает. Так, ладно. Фан пишет 31. Ну, давайте поставим тогда уж. Не знаю, где эту дату найти, только я ее не знаю. Ну, ладно, 31. Ну, типа 3 дня. Изначально на циферблатах установлена не та дата. Здесь я должна выставить месяц. 11-й. Ясно, извиняюсь. Не так посмотрел. Спасибо. Фан, спасибо большое.
Немножко жутковатая машинка. Тут точно валидатор? Так, аккуратненько подожили. Нужны чернила, чтобы поставить печать. Так. Наверное, сначала лучше вот это поставить. Кажется, со штампом что-то не так. Может... Так, это сделали, хорошо. Теперь печать. Я думал, он будет фиксировать, а он просто пробивает. Ну ладно. А, вот оно как. Так. Все, поставили. Слушайте, вообще гениальное изобретение Парольберга. С билетом разобралась. Теперь надо занять свое место. Так я смогу попасть в международный аэропорт Вагена, а оттуда обратно в Нью-Йорк. Номер моего вагона. Ну, пойдемте. Пора отправляться. Нечего заставлять Кантина ждать. Может быть, хотя бы здесь увидим... Кстати, о, хорошо сейчас сказал Кантин. Мы же не почитали до конца его дневник-то. Так, 2 декабря, 5 год. Уважаемый госпожа Ливи, даже не знаю, что с чего начать. Я только что вернулся из лагеря. Хотел выяснить, что стало с Кейт Уокер после того, как несколько дней назад она отправилась туда ночью в буры. Ей было важно узнать, есть ли тело Даны Роуз среди останков бойцов сопротивления, найденных у подножия Перевала Дьявола. Альпинист сказал, что видел Кейт Уокер в лагере во время снежной бури. Очевидно, она заходила в шатер, где лежали замороженные тела бойцов сопротивления. Он не знал, что там делала Кейт Уокер, но утверждал, что после этого у нее будто груз души свалился. Разумно предположить, что Даны Роуз среди этих тел не оказался. Реально хороший детектив. Затем начало происходить несколько странное. Кейт Уокер, очевидно, зашла в комнату Лени вместе с тем нелюдимым помощником пожилой хозяйки. Втроем они пробыли в ее комнате несколько часов, пока мужчина с удрученным видом оттуда не вышел. Кейт Уокер вышла чуть позже него, а затем покинула лагерь, не сказав ни слова. Но альпинист уверял, что выглядела она глубоко озадаченной и подавленной. Через несколько часов альпинист собрался проведать Лени, но нашел на постели ее бездыханное тело. Бедняжка, должно быть, умерла во сне. Мужчина хотел было вызвать скорую, но тут в лагерь вернулся тот отшельник. Не обращая внимания на возражение альпиниста, он бережно поднял тело Лени, а затем забрал его вместе с замороженным телом бойца сопротивления на гору. Он исчез, унося их в объятия снежной бури. То есть Людвиг, получается, их вместе похоронил. Ну, хоть посмертно Лени будет с ним теперь вместе. Должен признаться, в полном недоумении. Кто знает, какая сцена развернулась между Кейт Уокер, Лени и ее помощником в ту бурю. У меня возникло впечатление, будто во время своего недолгого пребывания в Вагене госпожа Уокер обнаружила какую-то странную правду. Правду, которая, подобно сильному яду, отравляла эти места с 30-х годов. А в ее центре, по всей видимости, находилась Дана Роуз. Вот только в чем связь между ней и Кейт Уокер? Почему последняя приняла всю эту историю настолько близко к сердцу? Будто она лично с ней связана, но я никогда не узнаю истину, ведь все, кто стоял у ее истоков, либо погибли, либо без вести пропали, в том числе и Кейт Уокер. Я, как всегда, к вашим услугам. Жду дальнейших распоряжений с уважением, Ник Кантин. О! И он даже приложил свой паспорт. Красота. Вот только посмотрите, видите, вот... Ну-ка я мышку сейчас возьму. Вот. Ник Кантин. Ну хоть здесь увидели его. Хотя, если честно, я хотел бы увидеть его здесь, в игре уже. Как отсылку своеобразную. Ну, ладно. Билет. А, здесь что ли дата поставлена? Мне кажется, вот видите, на циферблате. Так, а тут что у нас?
Пожалуйста, не забудьте предъявить билет со штампом перед посадкой на поезд. А, это типа весы для открытия. То есть сначала предъяви билет, я тебе разрешаю встать на весы, взвесить свою кружку и так далее. Ну ладно. Погнали. О. Ой, как вибрирует постоянно. Реально вибрирует-то. Прямо в такт его мучанию. Спасибо. Так. Сесть на поезд. Ух ты, так это дверь такая своеобразная, замок. Спасибо. Уехать? А нам больше нечего делать. Мы можем подождать, но мы все равно уезжаем. Это решение Кейт. Забавно. Мы приехали на поезде. Она уехала в приключении с Гансом Фаральберга на поезде. И возвращается обратно тоже на поезде. Да, малыш Оскар? Но походу мечта Оскара о нормальном теле автоматона не сбудется. Оливия отправила мне билет до Нью-Йорка. Что если... Нет, об этом не может быть и речи. Она еще пока думает. На этом заканчивается наше путешествие? Да, Оскар. Боюсь, заканчивается. Ты печальна, Кейт Уокер. Поезд скоро отходит. Давай откроем, посмотрим, какой вид хотя бы. Кстати, напоминает как раз-таки вагон Ганса Фаральберга. Помните, вот то же самое. Кантар Балтаяр. Вот я тоже думаю, она, скорее всего, в Балтаяре, ребят, уехала. И, скорее всего, Кейт туда сейчас поедет. Кейт, не тупи, давай едь в Балтаяр. Наплюй на все это правительство и на все остальное. Давай уже. Только об этом они и говорили. О том, как будут жить там после войны. Вместе с племенем Людвига. Давай, Кейт, ты у нас авантюристка. Я уехала из США ради того единственного места, что было для меня важным. Прощай, милая Лени. Того места, что было для меня важным. Кейт Уокер, все в порядке. Я знаю, где она, Оскар. Я знаю, куда Дана уехала из Америки. Поезд в аэропорт отправляется. Уважаемые пассажиры, скорее, Оскар! Пожалуйста, займите свои места. Провожающие, пожалуйста, немедленно покиньте. Давай, догоняй, как в первую часть, когда уезжал Ганс. Вперед! Вперед, вперед, вперед! Давай, давай, Кейтлин! Давай, тебе не впервой! Слушай, даже модель поезда такая же! Давай! О! Наш новый товарищ. И старый локомотив снова с нами.
Мистер Людвиг, а вы тут откуда? Костя поехал к родичу, наверное. Отправляюсь домой. А как же демуазель Лени? Лени ушла. Во сне. Столько вины. Столько скорби. Я забрал ее в горы. С Леоном. Теперь они вместе. Ну, хоть напоследок. А что же ты, Кейт Уокер? Я тоже возвращаюсь домой. Вроде. Да, только сперва надо забрать, как говорится, покойную родственницу. Ну уж 20 лет, извините, прошло. Сомневаюсь, что Дана столько прожила. Получено достижение. Горе отступило. Вот сейчас даже у меня подтормаживает, ребят. 4 FPS всего. Светлой памяти Бенуа Сакаля. Забавно, белые птицы опять пролетели, амерзонские. Сайберия, память прошлого, игра Бенуата Сакаля. Производство Микроид, СО Стефан Лонгер, СО Эллиот Карсия, Партнер Бак Колсон, Александр Мигельон, Франко Гарлет, Александр Хабстер, Эдон Фарклен, Эмоно Бандора. Сайберия, автор, креативный директор Бенуата Сакаль, оригинальная история, Ян... А, подождите, то есть Сакаль изначально все писал? Синема-директор, сеньор Бессер... То есть, получается, он все-таки брался за историю полноценно. Но, получается, он, видимо, что-то забыл из своих старых работ. Вебку я включаю, ребят, дайте свет тоже включу. Слушайте, ребят, ну мне реально понравилась история. Мне реально понравилась, и... Я рад, что Сакаль ее оставил с открытой концовкой. Так что, скорее всего, мы теперь отправимся в Балтаяр. То есть, эта территория близ, опять же... России, которые, по сути, мы снова туда вернемся когда-нибудь. То есть в этот раз были в Европе, а теперь снова возвращаемся в родные пенаты. Жалко, конечно, что Сакаль скончался в прошлом году, и он не сможет создать пятую номерную часть. Но я надеюсь, что его студия Wild Bird сможет... поддерживать дух серии и создать что-то новое по Сайберии, продолжить историю и не уступить качеству производства, какое было у самого Сакаля. Светлая память ему. Ну давайте нажмем продолжить, посмотрим, что будет. Если честно, я хочу увидеть дополнение, которое мне вот должно было быть по предзаказу. Вот сейчас давайте посмотрим. Молодец, игра пройдена, поздравляю. Фан, спасибо большое. За 5 стримов прошли ее. 5 стримов по 4 часа каждый. Ну тут 3,5. Ну там самый короткий стрим был у нас 2,5 часа. Остальные по 3. Так, ну это создатели, ясно. А где мне посмотреть вот дополнение? Мне вот любопытно, где можно в игре посмотреть дополнение, потому что у меня по Сайберии есть специальное дополнение, но я не знаю, где его посмотреть. Сейчас. Я сейчас открою у себя Steam, ребят. Она называется Доп Контент. Подождите. А может быть это дневники? Кстати, вот дайте я посмотрю-ка. Так, Deluxe Upgrade, дополнительный контент. Издание Deluxe содержит саундтрек к игре. Краткая версия сценария Сайберия, World of Before, пролог, хабор поклонника игры. И как мне его посмотреть? У меня он установленный. Дополнительный контент. Для запуска требуется Steam версия игры. Она у меня установлена.
саундтрек, краткая версия сценария Сайберия, пролог Бенуа Сакали, Лукаса Ларгартера. Набор поклонника игры, три изображения для обоев, три аватара, три оригинальные раскадровки Бенуа Сакали. Подождите! Так, не отключаемся, ребят. Есть идея, я, кажется, знаю, где это найти. Дайте я сейчас быстренько найду в библиотеке. Я же не смотрел раздел видео. Есть саундтреки, есть игры. Если я вот это сейчас все вырублю и оставлю только это. Так, Summer Mara. Подождите. Ну, здорово еще раз вам, резиденция Боржоми. Привет, спасибо, что подключился. Походу мы сейчас с вами найдем. Супер сопротивленец. Слушайте, а у нас сегодня достижение же было. 5,7% игроков получили. Слушайте, я только сейчас узнал. Но я сейчас смотрю в Стиме, ребят. Вы подождите. Я хочу посмотреть с вами этот доп-контент. Хочу хотя бы его показать. Дайте я только найду его. Потому что... Вот как мне его открыть, вот вопрос. Я не знаю. Вот я смотрю... В истории, вот здесь вот. У меня он есть. А как его открыть вот? Вот любопытно. Вот я хочу знать как. Копия. Вот я в игре нахожусь. Делюксовое издание Сайберия. Путешествие. А как открыть его? Я не знаю. Подождите, как мне открыть делюксовое издание? Нет, у меня делюксовое это издание есть. Я не знаю, как его посмотреть. У меня вроде бы делюксовая версия. Я делюксовую версию брал, это я точно знаю. Фу, вот это прямо реально вопрос. Большой вопрос. Вот я, смотрите, я захожу у себя. Доп-контент у меня есть. Управление доп-контентом. Знаю, ребят, вы сейчас видите только меня, по сути. Он установленный. Pre-order bonus Siberia The World Before. Он есть. Я вот просто сейчас схожу по Стиму и смотрю. Что? Siberia The World Before. Pre-Porsche Bonus Digital Art Book. Ну и где мне его посмотреть, скажите мне, пожалуйста. Нет, просто мне реально, я хочу знать. Артбук. Может, в игре где-то самой? Давайте вернемся в игру сейчас. Нет, мне реально интересно, подождите-ка. Кстати, давайте, вот, коль уж мы с вами тут оказались, давайте-ка мы с вами... попробуем переключиться. Могу я переключаться между главами? Вот любопытно. Коль уж мы прошли игру, давайте посмотрим, есть ли возможность переключаться между главами. Нельзя. То есть я могу переключаться, ну, по истории, но не между главами. Ладно, вопрос. Где мой артбук? Отчетника Кантина. Ну, это отчет. Где мне найти артбук? Минутку. Есть одна идейка.
как делал раньше Сокаль в третьей части, я помню. Могу только предположить, но давайте-ка... Так, Сабира, ты откликайся, пожалуйста. Давай-ка без лагов, без всего. Я сейчас, знаете, что сделаю? Я сейчас посмотрю-ка в папке с игрою. Это как-никак артбук, и так или иначе он должен быть. Если он есть, то я сейчас перенастрою быстренько экшен, и мы с вами продолжим. То есть стрим я пока не заканчиваю, ребят. Так, управление, посмотреть локальные файлы. Pre-orders, да, здесь есть папочка. Тут есть папочка артбук. Их тут два, на английском и на французском. Давайте смотреть. Я вам сейчас устрою экскурсию, ребят. Вы не думайте, без контента не оставлю. Так, главное, чтобы все работало нормально. Так, отлично, это открывается, хорошо. Сейчас, ребят, я перенастрою быстро трансляцию, и мы с вами продолжим. Дайте мне пару секунд. Так, мы вернулись, ребятушки. И вот он, артбук по Сайберии. То есть вот он, полноценный такой. Но он на английском языке. О, да, вебку будет немножко закрывать. Ну, я вот так вот покажу боком, как говорится, чтобы вебка пусть была. Это он на двух версиях. Одна на английском, одна на французском. Ну, французский мне не интересен. А вот английский мне интересен. То есть часть механизмов, все, которые есть... Бенуат Сокаля. Красота. Слушайте, это реально очень красиво. Это реально настоящая красота и произведение искусства. Но по-другому сказать нельзя. Смотрите, вот как Сокаль видел игру. Ну, это великолепно. Какая насыщенность цветов, какие краски. Вот знаете, его арты, вот я могу сказать спокойно, его арты намного лучше, чем сама игра, но визуально просто. Потому что визуал, он прорабатывался очень хорошо, предварительный. Красота, да и только, механизмы, какие использовались. Подождите-ка, вот это вот, Люба, подождите, как тут увеличить у нас? Ну-ка. Я вот так вот увеличу. Посмотрите-ка. То есть он хотел, чтобы вот эти горгульи на кладбище тоже были каким-то части связаны механизмами. То есть он прорабатывал это все дело. Слушайте, это просто великолепно. Это потрясающе. Так, ну это печь. Механические автоматоны. Игровой концерт. Система взаимосвязи. Передача сигнала, штампы. Слушайте, все проработано. Одежда, волосы. Морфология, то есть процесс старения человека. Все прорабатывалось. Арты Бенуата Сокаля непосредственного, что он видел. Красота. Слушайте, работы Сокаля просто великолепны. О, малыш Оскар. Полковник Блейк. Подождите, то есть он хотел изначально, чтобы он был мужчиной, но переделали под женщину. Ну, в принципе, да, это, кстати, переделка была вполне логичная. Потому что кто будет подозревать девушку в шпионаже? Никогда такого не было со времен Аймоната и вот опять. Мы просто можем видеть вот по всем этим артам. Это, кстати, последний арт.
То есть, реально, Сокаль хорошо поработал. Ладно, давайте сейчас снова. Что ж, ребят. На этом мы закончили прохождение Сайберии. Мы с вами уложились, по сути, в 2 дня. Игра у нас с вами прошла великолепно. Стрибили все выходные, начиная с вечера пятницы. Что я могу сказать? Игра достойная. Мне она очень понравилась. Бурые эмоции, воспоминания, ностальгии обо всех местах, где была Кейт до этого. Мы что только не вспоминали с вами. Владилена, Баркштадт, Камказград. Мы вспоминали с вами все. И мне очень понравилось. Да, есть притирки, к чему я хочу придраться. То есть, к примеру, опять же, история Ганса здесь немножко видоизменили. В частности, мы точно знаем, что отец Ганса и Анны Фаральберг, он скачался еще до войны, но как он, извините, мог остаться жив во время войны в отдельных записных книжках, но эти такие мелочи, которым не придерешься. Ну, можно придраться, но они не играют роль вот именно вот в этой истории, именно вот в этой части. А в целом, вот, было очень приятно увидеть, что, во-первых, вся эта история напрямую завязана на Кейт, то есть из обычного наблюдателя, вот все происходящее вокруг нее из первой части, она полноценно перешла в непосредственно действующее лицо и стала частью этой вселенной. И что история Фаральбергов, с которой она начинала, в первой игре плавно перетекла в ее личную историю уже в 4-й части Сайбири «Память пошлого». Если честно, я в восторге от игры. Я всем ее рекомендую, ребят. Я понимаю, что в Стиме сейчас, ну, пока на территории стран СНГ, сейчас ее никто не может купить. Это у меня был предзаказ. Я предзаказывал ее еще в том году. Если честно, предзаказ сделал себе на свой 25-й день рождения. Вот, по сути, считайте, спустя год отпраздновали, получили подарок такой своеобразный. Но все равно, я лично очень доволен. Игра очень хорошая. Мне она очень зашла в душу. Если бы она у меня, конечно, была. И я вот лично всем рекомендую. Что ж, ребят, ну на этом мы с вами заканчиваем Сайберию. Но мы с ней с вами не прощаемся. Потому что я знаю, что, скорее всего, будет 5-я часть в любом случае. Уверен, что Whitebeard они сделают продолжение. И более того, когда наконец-таки я все-таки накоплю на новый ноутбук и мы его себе купим, мы пройдем ее уже на самых высоких настройках. То есть это по-любому у нас будет. Ну а сейчас хочу сказать спасибо всем, кто сегодня с нами был на стримчике. Отдельно спасибо Боржоми, Фан, спасибо Никита Северенкову, Just Listen, Лунтик Димитрик 777, Багира Блогер, Абдул Маджинов, спасибо учебному центру, Маракату. Кто с нами сегодня еще был? Фанфокс, еще раз спасибо. Так, вроде... Так, Фанфокс, Лунтик, Абдул... так, Багира Блогер, Маракат, учебный центр, Just Listen. Так, вроде никого. А, Бартербли Видео Геймс. Вот заметил сейчас, увидел. Никита Северенко, Фан Бихини. Ребят, всем большое спасибо, кто сегодня с нами был. Всем благодарю всех, кто смотрел с нами от самого начала прохождения всей Сайберии. Если вы не смотрели ее первой части, не играли в первые игры, вторую, третью, то у нас на канале закреплена целая коллекция прохождения. Переходим на главную страницу Umbrella Tech Inc. и смотрим с самого начала. Там они выставлены в порядке от первой игры до нынешнего финала. То есть вы финал не пропустите вот этот. Смотрим, наслаждаемся. Там все с нашей озвучкой, с нашими комментариями. Все стримы по Сайберии в одном альбоме. Также вы его найдете в описании. И всем еще раз спасибо, ребят. Ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал. Также Discord, ВК, DeviantArt и главное Telegram. Ссылочки на них вы тоже найдете в описании, ребят. Потому что неизвестно, как долго еще просуществует YouTube. Я, конечно, буду пользоваться шлюзовыми соединениями, но я понимаю, что не все могут себе такое позволить. Я могу, поэтому я и буду продолжать на YouTube всегда. Я не буду переходить на российские аналоги, это мне не надо. Тем более я не поклонник цензуры. Так что, ребят, всем до скорой встречи. Увидимся с вами очень скоро на вечернем стриме. Ну а с вами был Альберт Фестлер, Umbrella Tech Inc.
увидимся в новых приключениях по Сагирии и в новых